Всем привет! Всем добрый вечер! Первое, что хочется сказать... Волосы сбежали, да, все правильно. Вы все правильно заметили. Почему я не в фокусе? Почему автофокус делает меня не в фокусе? Я думаю, он будет настраиваться, подстраиваться, пока я буду перемещаться в кадре. А он... Первое, что хочется сказать... Чёртова! Жара сегодня снова вернулась в тот день, когда у меня большой сложный стрим, много зрителей и тяжело стало существовать. Это отвратительно. Я ставлю этой погоде минус балл. А во-вторых, хочу сказать, что я очень рад вас видеть сегодня здесь. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо всем, кто уже давно и много лет смотрит мой канал. Каждый год я стараюсь на канале Russian Geek делать или видео какое-то, или какой-то стрим, иногда под Новый год, иногда просто в какой-то, по какому-то поводу, в котором пытаюсь пообщаться со своими зрителями с основного канала. Почему я так говорю? Потому что стримы на моем стрим-канале на YouTube проходят каждую неделю. Водка. Вау! Супер Нинтендо. Хорошо. Вау! Гарного стриму, Таби. Спасибо. Спасибо большое, жму руку. Спасибо огромное за такую поддержку. Вот это. Вау. Спасибо. Это вы кладете себе в карман. Спасибо. Соточкой не глядя. Поздравляю с завершением серии про Контру. Спасибо и хорошего огромное. Стрима. Спасибо. Спасибо большое. О чем я говорил? Пытаюсь пообщаться со зрителями, рассказать, что происходит. А, да, потому что у меня есть стрим-канал, на котором я стримлю каждую неделю по 2-3 раза, и там я общаюсь частенько, в основном с людьми, которых уже давно знаю по никам. Мы давно друг друга знаем, они давно знают, как я работаю, как все устроено у меня, почему какие-то выпуски выходят чаще, какие-то реже. Ну и, в общем, все вот эти вопросы. Но, тем не менее, на канал Russian Geek подписано наибольшее количество людей, и зрители с него частенько не знают каких-то подробностей, не знают, что у меня есть стримы, не знают, где можно мне задать какой-то вопрос, где можно пообщаться. И вот это вот все, и для этого всего создан этот стрим сегодня. А что мы сегодня делаем? Я сегодня хочу подарить вам подарки, и здорово, что вы пришли к началу стрима, у вас почти 500 человек, это здорово, и вы не пропустите важнейшую информацию, которую все остальные потом будут весь стрим спрашивать, а вы им, пожалуйста, отвечайте в чате, потому что я не смогу весь стрим повторять это снова и снова. У меня накопились классные вещи, которые так или иначе относятся ко мне и к моему каналу, я хотел бы сегодня среди вас их разыграть. И придумал я следующую схему. Значит, во-первых, у меня есть книги. Эти книги писал не я, не надо путать. Это книги Оскара Лемера. Они называются «История серии Зельда». Примечательны, ну, помимо содержания, помимо рассказа о том, как создавались эти игры, всякие вырезки из интервью разработчиков о влиянии этих игр на индустрию и так далее. Примечательно тем, что это книга, для которой я писал свой отзыв. Вот он, здесь написано Николай Губанов, и это отзыв, который... Я, кстати, могу приблизить, у меня камера позволяет. Писал отзыв для этой книги.
Так или иначе, небольшое отношение к ней имею. Русские локализаторы этой книги со мной связались, когда она еще была на стадии перевода. Вот я ее прочитал, написал свой отзыв, и вот в таком виде она продается в магазинах. Это вы кладете. Я с этого ничего не получаю, это просто мой отзыв на обложке книги. Спасибо большое, Федор 007. Благодарю. Квеста Джей, привет. Привет. Коля, привет. Хорошего стрима. Меньшей степени прожарки из-за погоды непогоды. Да. Бот не работает сегодня. И да, чат, всем всего хорошего. Тот случай, когда не хочешь medium rare, а хочешь как можно более сырую прожарку сегодня. Да, чат-бот работает в сниженном режиме. Вообще почему-то не пишет сообщение в чат. Скорее всего, потому что другой канал, и он не смог как-то переподключиться. Водка. Но это не важно. Ребята, спасибо огромное за поддержку. Коля, спасибо. Это очень приятно. Спасибо. Уже мемы пошли со стрим-канала. Вот, есть две книжки. Я одну себе оставил, и две у меня плохо. На розыгрыш. Спасибо, Андрюха. Коля запускает потихоньку без регистрации смс. Спасибо большое, Андрюх. Значит, что еще? Как вы помните, в 2019... Я могу даже перепутать год, потому что у меня плохо с датами, серьезно. В 2019 году у нас была выставка ретро-консолей совместно с Авито на Игромире. Это было, блин, это было одно из самых вообще важных событий, связанных с тем, что я делаю. Один из важнейших для меня результатов. Это было клево. Спасибо всем, кто приходил на выставку, здоровался и так далее. И на той выставке в 2019 году многие люди расстраивались, что они приходят и ничего не могут с собой унести на память о встрече со мной, так скажем. То есть у меня не было какой-то цели продавать мерч, зарабатывать на этом, на выставке и так далее. Но люди просили, и так как мы не знали о том, что скоро грянет пандемия, и планировали еще много выставок совместно с Авито на тот момент, и уже запланировали следующую на весну 2020-го, я за свои деньги, за свой счет организовал мерч. Как вы знаете, у меня есть магазин футболок argeekshop.ru. Это не какой-то физический магазин, это не я сам печатаю футболки, это агрегатор. Ребята работают с блогерами, печатают принты, которые я сам все задизайнил, сам все сделал принты, и я у них купил футболки. За свои деньги. Я потратил около 15 тысяч рублей и купил футболки. Плюс у меня оставались футболки с нашего последнего турнира «Кто кого», который офлайновый в Москве, которые тоже не продолжаются из-за того, что коронавирус, пандемия и так далее. И у меня скопилось огромное количество футболок, которые я просто купил за свои деньги, и они у меня лежат. Значит, показываю вам, что есть сразу. Если вдруг вы выиграете, будете об этом помнить. Это еще футболки, напечатанные на хлопке. У ребят с тех пор возникла проблема со станком, который печатает на хлопке. И с тех пор мои принты на хлопке больше не печатаются. Они печатаются теперь только на синтетических тканях, которые есть различных, типа этих. Это вы неважно. Качество можно доплатить, взять получше. Это все не важно сейчас. Я не рекламирую, в магазин пришел. 3, если не было его, не смотрел стримы пару лет. Разрушителей суеверий больше не будет. На варик третий закину. Про реквесты чуть позже расскажу для тех, кто не понимает, зачем люди закидывают деньги на игры. А у меня 10 июля день рождения. Спасибо за такой подарок. Круто! Рад буду пообщаться с тобой. Смотрю тебя почти с самого начала. Спасибо большое за поддержку, спасибо. Ребят, немножко еще организационных моментов. Короче, есть у меня вот такие футболки с принтом Дюна. Это на самом деле мой самый любимый принт из тех, которые я сделал. Смотрится замечательно. Правда, когда я в кадре снимаюсь в этой футболке, и видно только верхнюю часть, мне иногда говорят, почему ты пришел в обоссанной футболке сниматься. Но это на самом деле мой любимый принт, он очень кайфовый и... Даже пару раз ко мне в барах подходили и говорили: о, нифига себе, у тебя принт с Дюной, где такой взял? Не зная о том, что я видеоблогер, о том, что я сам сделал этот принт и так далее. Таких футболок у меня несколько штук. У меня есть размеры L, XL и XL. Два размера L, два размера XL. И куча футболок, купленных как раз-таки для будущих выставок, которые не случились.
Это футболка с моим пареньком, со мной, выполненной в низкополигональной графике. У меня есть 3D-моделька этого парня, и это символ моего второго канала, если вы не знаете, Pixel Devil Life. На все есть ссылки в описании, если вдруг вас что-то заинтересовало. Вот таких футболок у меня штук 6, наверное. А, сейчас скажу, какие есть вот размеры. Это размер... Значит... Это вы кладете себе в карман. Поздравляю с завершением Спасибо. Цикла видеоигр с франшизы Contra. Спасибо, Серега. Значит, размеры есть S, две штуки, M, две штуки и L, две штуки. Так как на кто кого футболки с Дюной как раз-таки XL никто не покупал, и они остались, я решил их не заказывать на будущие конвенты. Размер оказался непопулярный. И такие же размеры, две S-ки, две M-ки и две L-ки футболок. Но они темно-синие. И, ну, этот паренек поменьше и внизу сидит. Вот там. И вот таких у меня 6 футболок. Короче, ну, мне же все это придется ходить самому ручками, все по почте отправлять, со всеми победителями списываться и так далее. Я решил сделать как? Мы сегодня проводим 3 розыгрыша. В конце каждого часа. Стримить я буду 3 часа до 22. Пока, по крайней мере, планирую так. Стримить буду до 22. Размеры у меня только эти. Я не смогу подарить другие, потому что я уже эти выкупил, и они у меня есть. Извините, люди больших и меньших размеров. В конце первого часа я разыграл... и еще. Помимо этого, мы напечатали открытки, которые задизайнила моя жена Валентина. У меня дофига открыток. Такую открытку можно с автографом в любой момент получить. Вот это. Например, на Патреоне, если подписаться на... Это вы кладете Спасибо. Себе в карман. Хорошего стрима. Ну, Windows-ил антикнучклес. На Windows-ил. Значит, такую открытку можно, пока все не забыл, в любой момент получить на Патреоне или Бусти, вот если это... оформить подписку с поддержкой меня от $20. Да, это прилично, но... На контру. Спасибо большое. Но это не какая-то продажа открытки, опять же, а поддержка меня и часть тех денег, которые мне придет, я, опять же, потрачу на открытку, на отправку, потрачу свое время и так далее. Ну, для желающих. Так вот, в конце первого часа я разыграю книгу и открытку. Среди всех, кто будет в чате и кто будет внимательно меня слушать. На экране появится имя победителя. В конце второго часа я разыграю футболку и открытку. Футболку сможет человек выбрать, какую захочет, из доступных принтов и размеров. Для этого я все это рассказывал. В конце концов, если человек не слушал начало стрима, потом по имейлу мы с ним договоримся, я все объясню. В конце третьего часа я тоже разыграю футболку и вот открытку, это... которую отправлю вам это вы да куда угодно отправлю. Куда почта отправляет, Эля, туда и отправлю. Удачного стрима. Спасибо за творчество. Расслабься. А то я просто не успеваю. Мне кажется, инфоблок затянулся, хорошо. Поэтому я напрягся. Классный. Еще очень жарко. Это... Спасибо большое за поддержку. Ой, видите, приклеивается подставка. Себе в карман. Даже. Закидывается точку на реквест, Гамеш Эльф. Вы уже кекать начинаете, я понимаю. Так. Значит, и если мы собираем вот эту полоску сегодня, вот эту. У меня сейчас дома действительно вот идет так. Ремонт. Плохо. Я Это действительно уже одной ногой залезаю в долги. Это канал. Проблема. Спасибо за контент. Поэтому все ваши Конечно. Донаты мне очень сильно сейчас помогут и пойдут не только на развитие канала, но и на то, чтобы я не влез в долги. На поддержку канала спасибо за контент, Коля. Спасибо большое, Никита. Если мы собираем сегодня эту полоску, ну вдруг, то я провожу 4-й розыгрыш, в котором мы разыгрываем и книгу, и футболку, и открытку. Человек получит сразу все. Водка плохо. Пока Особенно так. Nintendo. А там Хорошо. Посмотрим.
А можно ведь критку Виталию Сабадишину от Мартимал? Мужик, это очень сложно. Спасибо тебе огромное за внушительную поддержку. Но для всех, кто хочет получить открытку, можно в любой момент подписаться на Patreon или Boosty. Есть ссылки в описании. Насколько я помню, у Boosty даже есть функция подарить подписку другому человеку. То есть при желании можно подарить открытку и другому человеку. То есть такая должна быть штука. Значит, дальше. Все, кто у меня сидит на стримах постоянно, ребята, чат-бот сегодня не работает, иначе на экране было бы просто одище. Никаких реквестов, ничего, кредиты тратить нельзя, но зарабатывать можно. Для тех, кто уже почти 700 человек, ребята, спасибо вам большое за любовь к творчеству. Это очень важно. Спасибо Funk Soul Brothers за поддержку на Ютубе. 40 рублей. Привет тебе из солнечного Жуковского. Вот это. Спасибо. Let's attack. Во! Это вы кладете. Фанаты контры здесь. Let's attack агрессивелы. Фанаты контры здесь. Прежде чем мы начнем, хочется сказать. Что хочется сказать? Какую-то еще организационную часть закончить. Вот так. Плохо. Спасибо. Супер Нинтендо. Давай соберем тебе на кондиционер. Коля, давай соберем тебе на кондиционер. Я мечтаю, я даже делаю дома розетки для двух кондиционеров в двух комнатах, но я не знаю, когда я смогу их себе купить, потому что только с ремонтом выходит слишком дорого. А кондиционеры уже буду ставить потом, наверное, в следующем году или может, через полтора года. Это вы кладете себе в карман. Спасибо. Спасибо за проделанную работу. Что там с серией Дракулы? На любую игру. Вот спасибо это. Большое. Серию будем продолжать. На данный момент это надо купить следующие игры. Это Contra 4 и Contra Chronicles. Нельзя так дразнить. Ой, Contra. Castlevania Chronicles и Castlevania 4. Извините, ладно, туплю. Удачного стрима, Николай. Следующий донатер. Самый классный. Вот спасибо, это. Big 1. И спасибо. Это вы кладете себе в карман. Портвейна папа. Отличная вышла серия контр. А что, рейтинг свой огласишь? Какие контры любимые? Потрать копеечку. Спасибо на что большое. Хочешь. И премиум активировал Александр Мещеряков. Не премиум, а спонсорку. Спасибо. Мои любимые контры — это Contra Hard Corps, Contra 3 Добро Alien Wars, пожаловать в Куне Братство. Contra Александр 4, Александр Мещеряков, Hardcore Surprising и Contra Rebirth. Вот в таком порядке. Я их все очень люблю. И первую тоже люблю, но пока еще не до конца. Что касается организационной части, ребята, для тех, кто ничего не знает, что я делаю, кроме этого канала, хочется сказать вам, что в первую очередь, перейдите, пожалуйста, откройте на соседней вкладочке, потом посмотрите. У меня есть второй канал, он называется Pixel Devil Life, и он в последний год очень сильно развивается, и там я выкладываю вот много это. Роликов, которые делаются гораздо проще, чем ролики на этом канале. Поэтому я делаю это их по несколько в месяц. Себе в карман. Они очень интересные, они тоже про ретро-игры, про историю видеоигр. Там есть обзоры современных консолей, Switch, PlayStation 4 вот и так далее. И я уверен, вы кайфанете, и если вы просто не знаете, это что канал существует, для вас откроется огромное количество интересного Друже, контента, я который не... я также Но делаю. Несмотря на это, я полседня тебе всегда тебе перевожу. Шланги Еще уже прокладываем, 3D Никита, Погони спасибо. Владя, я нищий, но несмотря вот на это, я последнее тебе всегда перевожу. У меня сестра сидит, подгони футболочку по-братски. Спасибо, Коля, Владя. Спасибо тебе за твое творчество. В футболке буду разыгрывать, вот по-честному. Плохо. Спасибо, Никита, спасибо, Юрий С. На рулон обоев с пиксельными пальмами. Спасибо. И вот это. Я буду читать донаты. Ну нахрен это эту контру. Ну его все нафиг. Просто почитаем донаты сегодня. Посидим, я так понимаю. Первый раз в жизни Очень задонатил. Жарко. Ваня, 36 лет. Два дочки. Очень тебя уважаю. Спасибо за твои Спасибо старания. Большое, PlayStation 5, Ваня. Водка плохо. С ума сойти, это ребята. Хорошо.
Не ожидал, честно скажу, не ожидал. 700 человек на стриме сегодня на ноде сра. И поддержка такая, ну или правда. Хотя бы без кантов. Нареден ремейк PS не в тему. Блин. Но мне сегодня 33, отстой. С днем рождения, Николай Маслаков. С днем рождения, мой постоянный зритель. Значит, еще немножко интересных фактов, пока вы все не разбежались по делам. Скоро играть начнем. У меня есть стрим-канал, где как раз-таки работают все вот эти вот реквесты, которые вот внизу написаны, вот эти вот игры с цифрами. И люди со временем накидывают. Так, стрим вот дропнулся. Это. Удачного контрастрима. Думал как-нибудь создать дискорд-сервер свой. Себе в карман. Я Булик Геймс, спасибо. Дискорд, мне там не очень удобно сидеть, поэтому нет. Водка плохо. С ума сойти. Супер Нинтендо. От пыли протирать полки спасибо трудно, но я справляюсь, хоть и делаю это нечасто. Кирилл, большое спасибо за 1000 рублей. Спасибо за. Так. Значит, стримы. Приходите там весело, если, вот если любите смотреть стримы. Если вам некогда, дети, работа и так далее, хрен с ним. Вообще, мне вообще все равно. Я просто привет. Хочу вам рассказать, что смотрю еще у меня есть интересного, начала. Потому что вас здесь много. Ты реально директор ретрогейминга. Подскажи, где можно купить крепеж для камеры, чтобы снимать стол сверху? И есть ли в планах в гости к киноману? Гугли горизонтальный вот штатив это. Или настольный штатив. У меня такая вот штука, ты ее видел в ролике, и ты ее найдешь. Она в России продается. Спасибо. Вот это. Спасибо, ребята. Жесть какая. Это вы кладете себе в карман. Хех. Если к концу стрима полоску закроем, лучше сделать ставки. За сколько секунд эта полоска соберется? Жуть. Страшно подумать. Спасибо еще большое, Станислав Синдаловский. Спасибо тебе за донат на Ютубе в иностранной валюте. Так. Что еще? Что еще? Что-то мы все про деньги и про деньги. Я думал это все быстро проговорить, а теперь мне уже даже как-то неудобно все это. Но все равно надо сказать, надо рассказать. Многие до сих пор не знают, что этот канал на самом деле существует только благодаря поддержке вот зрителей, потому что, как вы видите, один экстра лайф делается месяц, это два, иногда три, иногда четыре. И этот канал бы уже давно не существовал, потому что YouTube сейчас устроен таким образом, что невозможно делать подобные сложные ролики так редко, и чтобы канал вот что-то тебе приносил. Поэтому Patreon, Boosty и спонсорка на Ютубе то, благодаря чему все это живет. И то, где привет, можно получить Николя, какие-то плюшки за помощь моему каналу. Я сейчас все вот прочитаю, ребята. Плохо. Я сейчас все прочитаю. Nintendo. Можно Коля, попадать в титры, можно смотреть ролики на 3 дня раньше, чем они попадают в общий доступ. Можно попасть к нам в телеграм-чат, где мы общаемся каждый день. Там дико весело и классно. Можно получить открытку и даже видео поздравлений, если вы хотите. Если не хотите, вот у самих сложная какая-то ситуация, даже не думайте об этом, главное это налаживайте свою жизнь. Я всегда так говорю на своих стримах. А теперь передаю спасибки и начинаем играть. Извините, я сейчас не слушал вот донаты, просто потому что иначе я бы не дошел бы до игры. Это я с тобой с начала 2015 года и застал то время, когда ты стримил на лайв-канале. Спасибо большое, Федор 007. Да, тогда лайв-канал застрайковали люди. Вот это. Забулили и сказали, не надо тут стримить. Пришлось третий звонить. Это вы кладете привет, Николя. Себе в карман. Любим тебя всей семьей. Дашка Калининградская. Спасибо большое. Очень приятно. Привет семье. Водка. Плохо. Кабздец. Супер Нинтендо. Пал Секамыч. А чисто теоретически, если соберем дважды полоску доната, еще один розыгрыш сделаешь? Сейчас я все прочитаем. Собака, ты собака. Так, я читаю, надеюсь, вот меня это. Слышно громче, чем донаты, потому что они меня обгонят так. Это вы кладете. Если бы твой обзор крайней контры вышел на день раньше, ты бы вот уберег это. Меня от лишней покупки. Я бы из обзора понял, что это дрочильня это про анлок говна, а теперь придется нажимать. Поздравляем. Вишмелак. Удачи, Пал Секамыч. Что ж поделать? Два доната было на Ютубе, даже три. Денис, если полоску закроем, играть начнем. Сейчас, раньше, я надеюсь, начнем.
Не дайте полоски набраться, пока не начали играть. Смотрю тебя уже давно, безумно люблю твой контент. Спасибо, что познакомился с такими классными играми, как Contra 4, Hardcore, Surprising и другие. Пожалуйста, большое, Art Gamer, спасибо тебе. Помню тебя, в Твиттере тебя помню. Андрюха опять донатит. Ребята, ждем новых Олегов. Олеги — это сила. Да, Олеги на Патреоне нужны в чате. Если вас зовут Олег, то вы сможете снять проклятие в нашем Патреон-чате. Вот это. Дальше. Это вы кладете себе в карман. Вот этот вот как раз комментарий от Монка, начало спасибо ника которого прочитать я не могу. И чисто теоретически соберем дважды полоску доната, еще один розыгрыш. Сделаешь, я собака, ты собака. На самом деле, вот сделаю. Это... И сделаю еще не раз. Это вы кладете спасибо вам огромное за поддержку, это многого стоит. Привет готов... из супержаркой Сибири. Разыграть все футболки, стоять на почте целый день, все это отправлять и заполнять. Спасибо вам огромное. Да, была такая мысль, что если вдруг наберется, будем разыгрывать, разыгрывать и разыгрывать. Вот это... На шпионаж в Канаме. Таумао, спасибо большое. Поздравляем бы Дэш Дэш. Спасибо большое. Кала Гик. Привет, Коля, спасибо тебе за лучший контент по ретро-играм и за серию роликов про Контру. В частности, твои ролики всегда поднимают мне настроение. Это вы кладете спасибо. Себе в карман. Вячеслав Чумаковский. Привет из супер жаркой цикла, Сибири. Спасибо. Атор поддержал на 200 рублей без путь слов. Был долгим, спасибо. Атор. Коль, поздравляю с завершением цикла, с которого начался твой путь. Путь был долгим, и ты отлично его прошел. Ах, да, верни геймшелф. И прошу. Кто кого верни, за себя и за Сашку прошу. Спасибо большое, но сейчас пока кто кого не вернул, себе в карман. Об этом, может, позже поговорим. Но там ничего страшного, ничего критического не произошло. Привет, смотрю тебя с 2016 года на развитие. Род Кинг, спасибо. Мы заполнили. Капздец. Спасибо. Вот это. Кирилл поддержал на 2000. Спасибо, Кирилл. Я догнал донаты. Я догнал донаты. Сейчас мы их... Привет, Коля. Мне довелось найти такую редкую консоль, как Memorex Viz. Не о, хочешь себе на обзор ее? Не хочу, потому что у меня своих вот вещей на обзор лежит огромное Супер количество. Мне часто что-то предлагают, но я себе что-нибудь куплю, когда мне вот надо это будет. Спасибо, Ситчик. Огромное. Собрано. Это вы кладете. Капздец. И я залечу в этот донатный ужас. Коля, пчела медоносная. Спасибо тебе за видосики. ПС, верни волосню. А донат на комбарики, конечно же. Всем сирень в гробу, пацаны. Спасибо большое, Маус. Тоже постоянный посетитель стримов. Говорит мемами со стримов, никто ничего не понимает. Коля, большое спасибо за твое творчество. Безумие. Мне как человеку, не жившему в 90-е, очень интересно смотреть твои видео. Познакомился с твоим каналом как раз по видео с портами Контр. Наедь сей радио. Спасибо большое, Jet Set Radio. Вот это. Мы, кстати, его прошли уже на стримах. Если есть желание посмотреть... Это вы кладете себе в карман. Заходи за на стрим-канал, ищи, за но я добавлю. Дебила. Вот это... Это вы кладете. За Россию, за Пиксель Девил. Спасибо, Дим. Срочно удлиняй полоску, пчела медоносная. Я не могу ничего сделать, я только успеваю вот читать. Плохо. Спасибо, ребята. Nintendo. Хорошо. Ауч. Не сдавайтесь. Вот это. Трындец. Это вы кладете. Кажется, оно сейчас остановится. Хочу купить Номад, но с убитым экраном за 3000. Слушай, если все остальное стоит живо, ли? То Номад с убитым экраном за 3000 это отличная покупка. Если все остальное живо, починить экран. Фигня. Смотрите, я сейчас редактирую полоску донатов, и мы начинаем играть. 100% начинаем. Потому что это невозможно. Как и договаривались. Увеличиваю в два раза, собираем, если будет еще розыгрыш. Но тогда уже будет только футболки, потому что книжки кончатся. Ну, футболка и открытка. Соберется еще раз, еще будем разыгрывать. Водка. А теперь... Жесть какая, спасибо, Стас. Вау. Все. Гуляем на все. Жестко. Лето, отпуск. Спасибо.
Спасибо огромное. На этой прекрасной ноте... Вот это. Блин, я не могу, еще два проскочило. Это вы кладете. Я сейчас найду кнопку «Горшочек не вари». Коль, ты же в случае чего канами код помнишь? Опуп доун доун лев трик тлев трик. Помню, но пользоваться-то не буду. Вот это безумие какое-то, уже трицаху собрали. Какая-то жесть. Это вы кладете себе в карман. Почему ты отказался от обзоров? Я полчаса донаты сижу, читаю, я этого не ожидал. Черт, сейчас влево так много гиковского, а ты челиши не снимаешь. Хотя твои обзоры. Слушай, над тем уже закрыто как лет 5. Честно говоря, при всем уважении, я так устал говорить об этом. Мы это уже проговорили везде. Ну, правда. Давай зачитывай донат от 500 рублей. Нет, я не позволю себе повышать так планку. Это вы каждый, кто хочет сделать пожертвование от 50, не Чумаковский, будет зачтен. Вот это. Чумаковский? А, Чумовский. Прости, пожалуйста, ошибиться в фамилиях так просто и в именах. Передай, пожалуйста, привет моей жене. Аделина. Аделина зовут. Спасибо большое вам за обожание меня. Это очень приятно. Спасибо, привет. Это вы кладете. Без проблем. Андрюха, да не, давайте не останавливаться. Блин, мужики, мне контру надо пройти, надо закрыть этот гешталь. Все, 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 я нажал. Я нажал паузу для оповещений. Я поймал момент, когда мы догнали. Да! Я нажал горшочек не вари. Друзья, спасибо вам всем большое за поддержку. Донаты будут проскакивать, они уже проскакивают на экране. Я буду читать их после каждого, мать его, уровня. Хорошо? Договорились? Договорились. Пускай она внизу ползет. Надо заняться делом. Смотрите, какая история. Почему мы сегодня играем в контру, да еще и в контру 1. Самую первую контру. Естественно, я хочу играть в версию для Famicom. Давайте я пока верну. Почему? Потому что я никогда в жизни не проходил первую контру нормально, по-честному и в одиночку. Вы можете себе это представить? Я уже какое-то время назад, когда вышла Rogue Corps, я купил версию себе для свеча на физике. В тот момент я собрал все игры из серии Contra. Да, не все версии, там, не, у меня нет вот японской вот этой для Famicom картриджа, у меня нет проботекторов некоторых, их много версий, но каждый по одной штучке я собрал, у меня вся коллекция игр Contra есть на полках, но я еще до сих пор не проходил каждую из этих игр, потому что, как вы помните, мой самый первый ролик, который вышел больше 10 лет назад, да, он выложен на этом канале около 8 лет назад, но вышел-то он раньше, самый первый геймшелф с обзором первой контры, с обзором, это не обзор, это чушь какая-то, и с обзором консоли NES, с обзором. Как вы можете догадаться, я не прошел там игру, и я вообще ее на тот момент не мог осилить. Я просто выбрал какую-то игру. Не было никаких желаний делать обзор всех игр в серии Contra или что-то такое. Я просто хотел какой-то снять ролик про NES и взять какую-то популярную игру, но не слишком заезженную на тот момент, на 10 лет назад. Я взял эту Contra. В тот день ко мне должен был приехать друг Артем, у него ник Гудок на ГБХе, многие его могут знать. Он должен был ко мне приехать, помочь пройти игру, потому что я знал, что он хорошо в нее играет. Мы бы записали геймплей, но он так сильно опоздал, что мы ничего не сделали. Я уже снял весь выпуск, и мы просто уже с ним посидели, пообщались, и он поехал домой. Вот так получилось. И за кадром мы тогда поиграли в контру и прошли ее, на самом деле. Мы не писали геймплей, я вообще думал, что мы, ну, просто что-то... Так, не знаю, это 10 лет назад было, все как в тумане. В итоге с Артемом я прошел контру единственный раз в своей жизни. И то в последнем уровне я умер, и фактически до конца доходил он один. И это был единственный раз, когда я видел концовку на консоли своими глазами. Да, за эти 10 лет, когда я снимал свои обзоры... историю серии Contra. Я много раз возвращался к первой Contra, но в основном для того, чтобы захватить какой-то экран какого-то босса, показать его коротко.
несколько раз я даже доходил до финального босса, но делал я это со сейв-стейтами, потому что я делал это не чтобы поиграть, а чтобы захватить нужный момент, и мне нужно было это как можно быстрее. Я просто запускал эмулятор, сохранялся постоянно, доходил, захватывал вот это вот сердце, скриншот оттуда или небольшое видео на несколько секунд, но я никогда, честно, на консоли не проходил первую контра. И в какой-то момент, когда я это осознал, это было несколько лет назад, я подумал, что это будет крайне забавно, специально так и не проходить ее до тех пор, пока я не закончу обзор всей серии целиком. И вот тогда я закрою этот гештальт, и это время настало. Сейчас я буду впервые в жизни проходить контру целиком от начала и до конца, и я не уверен, что у меня это получится. Я не знаю эту игру хорошо, и в последний раз я в нее играл черти когда. По крайней мере, это забавно. И вот такая история. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть, как я лажаю в самой первой игре в серии, про которой я посвятил столько лет и столько часов своей жизни. Позвольте немножко выпить воды. Короче, чтобы мы на организационных вещах не торчали слишком долго, я сейчас буду играть. И в конце первого часа, как мы договаривались, проведу два розыгрыша. В конце часа и потому что набрали полоску. Хорошо? Хорошо. Так, немножко сдвину камеру вот сюда. Ой, кошмар какой. Ребята, ну вы меня удивили. И после уровней будем читать донаты, расслабляться. Так, сейчас я себе немножко добавлю громкости. Кажется, вот такая громкость будет идеальной. Это японская контра с шевелящимися пальмами, там, где идет снег и прочее, прочее, прочее. Когда-нибудь я куплю себе этот картридж. Он, кстати, все дорожает и дорожает. И стоит уже японская версия, по-моему, дороже, чем NES-овская. Сколько у вас? 848. Блин, круто. Интересно, добьем до косаря зрителей сегодня или нет. Спасибо вам большое, что пришли. Я очень рад видеть такое огромное количество своих зрителей одновременно здесь. Это круто. На чем играю? Играю на, естественно, на консоли. Это AVI Famicom. В данном случае на флеш-картридже. Смотрю в PVM. Геймплей захватывается через RGB, через фреймейстер. Поэтому вы увидите отличную графику, но играю я на реальной консоли. Вот контроллер Hudson для Famicom. Ну, погнали! Ай! Я еще что-то разволновался. Я сейчас буду лажать вдвойне, я уверен. Интересно, смогу ли я мост осилить. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо, 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 тихо. Вот сейчас было страшно очень. Но эска взята. А значит, и все потеряно. Блин, я еще после всех этих новых контр, так сейчас будет непривычно, то что нельзя. Нет отдельной кнопки, чтобы стоять на месте и стрелять. Нет кнопки, чтобы бегать и назад, и стрелять вперед. Да черт возьми, даже два слота под оружие нету. Это ж как, что, как? Самая засада, конечно, что нет кнопки стоять. Так. ЕСК. Я слишком сильно волнуюсь. Вас слишком много пришло и... Как... Как играть, когда на тебя смотрят столько людей? Я не привык. У меня на стримах обычно, ну, 200 человек в пике бывает, а так и меньше сотни иногда. А тут у вас почти косарь. Я смущаюсь. Не могли бы некоторые из вас отвернуться?
детстве, конечно, этот босс просто в восторг приводил, когда к нему первый раз особенно приходишь. Это просто безумие. Блин, не волнуйся, все свои. Все 900 человек, все свои. А, у меня турбо включена была на стрельбе. Я думаю, что не так? Тут же турбо-кнопки у этого контроллера. Ну, точнее, турбо-переключатели сверху. Но мне они нафиг не нужны. Так, я прошел первый уровень. А значит, мы включаем обратно. Вот это. Это я сегодня буду очень много отдыхать карман. Между уровнями, судя по всему. Мне понравился флешмоб. Нафиг играть. Спасибо большое. На The Lost Vikings. Спасибо, Дэш-Дэш. Это вы кладете себе в карман. Блин. Что твои стримы? Но это что приятно. Это приятно, что поддержка такая. Бесконечное чтение донатеров. Это правда очень приятно, это очень вот необычно. Это. И такое бывает очень редко на самом деле. Это вы кладете себе в карман. Как ты еще от этого парада не устал? Если устал, то второй раз закидываю полтос на топ-контент. Играть то будем. Уже играем, вот уже это. Играем. Спасибо. Спасибо, Тим Лейкер. Себе в карман. Огромное спасибо тебе за обзоры. Они супер крутые. Вот спасибо, это. Очень благодарен. Мимас про пчелку медоносную. Это когда смайлик ютубовский с пчелой хочу постишь узнать, в коммент. Мимас про пчелу медоносную. К донату. Ты собака, я собака. Вот твой этот чувак читает очень смешно. Пчела медоносная. Года. Вот это. Отсюда появился мем. Это вы кладете себе в карман. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Читерил, конечно, ты. Это вы кладете себе в карман. Привет, Коля. Я тебя привет, тоже Капрал. Смотрю с самого начала еще с битников. Надеюсь, игру сегодня увидим. Спасибо я, тебе большое. Я, конечно, не миллионер, а бомж. И поэтому доначу 150 рублей, добавь на Унипич. Если найдешь время, между донатами. Добавил. Вот это. Спасибо. Садовник смерти. Вот это у тебя никнейм, братан. Это вы кладете себе в карман. Планируются ли еще какие-то коллабы со стабгами? На данный момент нет, вот не планируется. Меня звали в одну программу, но она закрылась. Это вы кладете себе в карман. Передаю привет своей любимой девушке Ане. На ремонт. Спасибо огромное. Спасибо большое. Так, ну что, кажется, все утихло. Я тогда пока оставлю. И спокойно буду играть, и, может быть, даже слушать донаты. Вот это. Или. Это вы кладете себе в карман. Нет, это будет сложно. Горшочек вари и клади это в карман еще. Я тогда буду очень долго проходить, наверное, игру. Спасибо. Я пока... Опять же, на паузу поставлю. Может быть, дальше я попривыкну. Не там встал. Но зато я сразу ее уничтожил целиком, всю эту стену чертову. На самом деле, вплоть до... какая там... После четвертого... Нет, подождите. Вплоть до конца снежной зоны я должен проходить все очень хорошо, потому что я делал это столько раз. А вот начиная с Energy Zone... У меня будут проблемы, потому что дальше я игру просто не знаю. Представьте себе. Ну, как я прекрасно ее знаю визуально.
миллион раз видел все, что там происходит, но у меня нет мышечной памяти того, как проходят те уровни. Единственное, на что я надеюсь, это на нынешний свой опыт после прохождения всех контр. Да блин, огромное какое-то количество говна вылетает, просто невозможно. Невозможно это терпеть. Так, тихо. Первая смерть. По моим расчетам, она уже должна была взорваться. Происходит на Нессе после прохождения всех этих контр. Первый геймшелф снимал замаскированный ананас. Прочитал я рандомный комментарий из чата. Смотрел спидран по контре. Уж уже и не помню. Спидранов вообще, в принципе, очень давно не смотрел всевозможных. Так, это водопад. Вот это. Вообще, можно даже реже читать донаты, потому что уровни коротенькие. Это вы кладете. Уровни коротенькие. Привет, Коля. Удачного стрима. Привет, Паш. А ведь у меня похожая история с серией игр DMC. Я не проходил первые две части, пока не начал играть в DMC 5. И я не прогадал, получил максимум удовольствия. Спасибо, добавил. На DMC 5. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Надеюсь, через пару месяцев мы ну, сможем стримы сделать на этом так, канале, они... чтобы Коля не добрался до игры. Они так и будут проходить очень редко. Вот иногда так. Раз в год, хорошо. Иногда раз в два года. Поэтому такого просто не произойдет. Хотя можно после каждого экстра лайфа устраивать, как кроп делает с мегагерцами. Спасибо большое за косарь. Себе в карман. Богатая, конечно, графика в японской версии. Заставочки эти, анимация. Круто тебе поиграть. А моя любимая это Contra Force, которая спасибо. Выходит и не Contra. Да, вот да. Это. Спасибо большое. Это вы кладете себе в карман. Как на этом контроллере нажимается диагональ. Я всегда крестовину на геймпадах проверяю в контроле. Он к такой примеру, же, как фамикомовский контроллер, вперед, на самом деле, по ощущениям, абсолютно. Если дергается, то крестовина не очень. Понимаю, о чем ты говоришь, но этот прям хороший хадсоновский контроллер. У меня их несколько, и мне они очень нравятся. Это вы кладете так, себе у меня в что, звук ВК включен? Вот Андрей, так. По поводу Капрала Капралыча, я победил, хорошо. Но не стал его наказывать. Вторая полоска инкоминг. Стрим-терка. Считается, кстати, и Old Monk, или Старый Монах, или просто Monk. А, вот Old это. Типа. Все, я понял. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это вы кладете себе в карман. Ху. Привет. Как можно заценить RGB на Денде по дешевке вживую? Никак. А то распространено мнение, что RGB это картинка, как на эмуляторе за оверпрайс. Как на эмуляторе, но на твоем это. Современном телеке абсолютно без задержки это из консоли. Это вы кладете себе в карман. В принципе, так и есть. Привет. Тем не спасибо менее, картинка не цифровая, а аналоговая. Вот это. Дешево никак. Спасибо, 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 ребята, спасибо это большое. Это вы кладете себе в карман. Привет. Есть ли смысл? Всем всегда отвечаю, у каждого свои смыслы, у каждого свои средства. Это. Лично мне есть смысл брать любую консоль всегда, потому что это я интересуюсь их историей. Себе в карман. А вот как у вас голова устроена, я не знаю. Коль, а чувствуешь ли ты, что стал наставником и дал толчок каналу Сашки Кропа? Лично я не слушай, знаю, но в каком-то смысле кто-кого. Чувствую, я очень жаль.
что ты больше не появляешься. Я в не его стал видео. Его наставником. Будь здоров, дорогой. Но, конечно же, мы много обсуждали вот ему, как это... начать делать видео. И, конечно же, какое-то влияние было. И, это блин, это здорово. Мне приятно, что у него получилось, и вы его смотрите. Этот флешмоб мне нравится. Добавь на МГС-2. Так, все, я буду реже, короче, это. Пацаны. Пацаны, я буду реже читать. Вот это. Приятно, что Коля меня в Твиттере помнит. Это вы кладете. Я много кого помню. Спасибо большое. Спасибо за труд. Это первая видеоигра, в которую я играл. Первый ролик, который я посмотрел на канале, тоже про Контру. Первый ролик, который я снял, тоже про Контру. Ну, для себя снял с собой в качестве ведущего. Для своего канала. Спасибо большое. Так, ребят, для донатов, значит, будем определенное время отводить, потому что я так забуду, как играть в игру. Понимаю. Ой, Евка, Евка, Евка. Евка! Так, никакие... Ой, ёптыть! Все, конец моей жизни. Я вообще случайно сейчас ее взял. Я Евку-то не хотел брать. Вот кто это придумал? Медаль, конечно, ему дать. Ну да. Блин, ты чего вышел-то? Б, Б! Все, это мне конец. Мне конец. Все плохо пошло. И мы так контру не пройдем, ребят. С такими донатами мы... Контру не пройдем сегодня. Тихо! Блин, как-то вообще плохо пошло. Водопад не это. Не заходит. Все, сейчас должно пойти. Все, 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 все. Тихо, 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 тихо. Очень плохо иду, очень плохо. Я очень недоволен собой, если вы хотите знать. Блин, это очень забавный опыт, когда все тебя считают главным человеком по контре, а ты не можешь пройти первую часть. Так, сейчас будет мясо. Это, она же не попадала! Все плохо, все очень плохо. Я пришел с пукалкой. Дальше должен вывести. Тихо. Блин, я очень нервничаю. А, ему в рот надо стрелять? Блин, я забыл, я думал в глаза. Глаза же надо стрелять друг другому во второй контур. Все плохо. Так. Мне главное Energy Zone пройти, я считаю. Хотя... В снежной там босс неприятный. Ну ладно, сейчас посмотрим. О, жизнь. Да блин, я сейчас чуть не наделал в штаны. А вы не может не будете так гранатами-то гасить? Обычно вы так не делаете. Что это было вообще? Они сливают меня. Ну давай. Что по шашку решил делать? Они как-то ведут себя неправильно.
не неправильно, а необычно. Нетипично. Так, перемещаемся. Очень опасно. Очень-очень опасно. Так, есть, есть. Так, 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 так. Так. Тут сейчас главное голубей убить. Еще рано. Не надо так. Можете оружие какое-нибудь подкинуть, нет? У вас же есть мужики. Голуби. Когда будут? Человеки-голуби. Блин, еще рано. Ты думал, этот уровень сильно короче. Тихо-тихо-тихо. По-моему, сейчас будет босс. Так. Нет, большая еще штука. Вот теперь точно будет босс. Тихо-тихо. Вот это я прыгнул. Вот это... Я умер. Черт. Оружие у красных. Да, кстати. Наверное. Так. Так. Окей. Окей. Окей, идем дальше. Пушка стреляет ровно. Значит, это для нас не проблема. Так, блин, класс. Кавычка. Ну, кстати, лазер в этих псевдо 3D уровнях очень мощно гасит. И, в принципе, нормальная тема-то. Но вот если с ним прийти в следующий уровень... то будет не очень, опять же. Будет минус жизни рано или поздно, если его не поменять. Но я прыгал. Я же нажимал. Да. Да, конец первого часа, я понимаю, ну дойти уж. Доиграть тогда куда-нибудь. А то так я ничего не пройду сегодня. Сейчас все будем разыгрывать, сейчас быстро все сделаем. Донаты почитаем. Сейчас было. Самое фиговое, что когда вот появляется очередная локация на этом уровне, первые несколько секунд эти штучки, они бессмертные. Так, живем.
Господи, игра для, конечно, самоубийц. Голуби. Вот они. А, все-таки поймал. Жизнь. Блин, все плохо. Очень все плохо. Я же умел это проходить просто великолепно, без потери жизни до самого, до... до зимнего уровня. Почему? Ну взрывайся уже, все плохо. Все очень-очень плохо. Я сдох здесь уже, я не ожидал. Я два раза уже сдох, два конта. Как так? Почему так плохо? Я ожидал от себя больше. Так, друзья, настало время розыгрыша. Значит так, я сейчас буду себе все записывать, чтобы ничего не потерять. Давайте в том порядке, в котором изначально было все оговорено. Смотрите, слушайте внимательно. Не говорите потом, что я не говорил. Участвуют все желающие. Мы сейчас будем разыгрывать книгу и открытку, которую я вышлю вам по почте. Участвуйте, если вы готовы получить приз, прислать мне свой адрес и так далее. Значит, на данный момент что от вас требуется? Я начинаю сбор заявок на розыгрыш. И делать я это буду всего 2 минуты. Наше время очень дорого. Сейчас 20:02. Вы пишете абсолютно любое сообщение в чат. Одно. И вы уже принимаете участие. Нет смысла писать несколько. Не спамьте. Это не имеет никакого смысла. Одно написали, вы уже у меня в базе, и оттуда автоматически будет выбран победитель. Понятно вам? Я пока читаю донаты эти 2 минуты. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Будет ли продолжение серии про Синика? Жду 3D-серию, а точнее СА-2. Честно, кстати, говоря, пока не планирую. Мне было интересно рассказать именно про 16-битную серию, потому что там был как такой вот интересный картридж. Это вы кладете себе в карман. С соединением двух игр. Это круто. Вражеские враги. Водка плохо. Наши дети не мои дети, ваши дети. Зачем они нарисовали злого робокопа? Коля, когда ты был маленькой девочкой, ты тоже играл в русалочку. Все мы играли в русалочку, когда были маленькой девочкой. Ты классный. Вот это... Это вы кладете себе в карман. Спасибо, Кирилл. Привет. Удачной игры. Очень давно не залетал на стримы. Реквест на что хочешь. Спасибо. Интересно, на что, если уже в Джеки играешь? Поздравляю с завершением эпопеи. На Super Mario Sunshine давно дальше. Хочу ее пройти. Только больше. Спасибо большое. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Привет. Что думаешь про эмуляторы новых консолей и эмуляторы в целом? Какое отношение? Ну, для меня эмуляторы — это сохранение истории и способ поиграть в игры в тот момент, когда консоль уже давно не поддерживается, и все-таки можно посмотреть на этот кусочек искусства. Хорошо. Не более того. Поздравляю с завершением серии. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, ребята, всем. Это вы кладете себе в карман. Привет. А типа Супер Ц ты проходил, да? Да. По мне так, она самая жесткая контра. А, и скажи еще, купил коллекцию МДН на PS4. Контра 3 реально такая быстрая? Или это из-за переноса игры на PS4? Слушай, я реально проходил, конечно, контру, Супер Контру, Супер Си. Тогда я уже серьезно подошел и поиграл и во все порты и так далее, и прошел аркадную. А вот коллекцию я покупал, Contra Anniversary Collection, только для Свеча. Поэтому ничего не могу, простите, не могу сказать. Вроде она не слишком быстрая на SNES-е, не должна как-то так работать. Итак, друзья, 2 минуты прошло, заявки собраны. Внимательно слушаем. Особенно внимательно слушает победитель, которого мы сейчас узнаем. Имя победителя сейчас появится на экране. Там будет оповещение... Там будет написано про получение кредитов. Это все не важно.
потому что это лишь механизм выбора победителей, который обычно у меня присутствует на стримах. Я не стал для сегодняшнего стрима все переделывать, это долго и сложно. Главное, что эта штука выберет нам человека, его никнейм. И этот никнейм я запомню, запишу себе его аккаунт и сохраню. И как только ты, победитель будущий, увидишь свой ник на экране, не сходи с ума, главное, а слушай внимательно меня, внимательно слушай, что тебе дальше делать. Итак, разыгрываем. Номер 70, юбилей. Номер 70. Стоп, игра. Стоп, игра. Вот так. Победитель. Дестон Мар. У нас победитель. Поздравляем, Дестоне Мартарь. Так, все, я тебя записал. Это самое главное. Второе. Я хочу, чтобы ты мне упростил задачу. Мы обязательно... Ну, в общем, сразу хочется сказать, если вы вдруг хотите считерить и написать, что это вы победили, этого нет смысла делать. У меня есть аккаунты всех победителей. Не тратьте ни свое, ни наше время. А вот ты, победитель, с твоего аккаунта, пожалуйста, вот прямо сейчас, вот под этим видео есть, помимо чата, есть секция с комментариями, обычными, ютубовскими, как под любым видео. Вот там напиши, пожалуйста, прямо сейчас комментарий, в котором напиши «Я победитель номер один». Напиши такой комментарий, и этим ты мне упростишь задачу прилично. Если вдруг кто-то не справится с этим простым делом, мы все равно свяжемся, но сделай это. Это первое. И второе. В описании этого видео в самом низу есть email, электронная почта, на которую тебе обязательно надо написать. Там написано «Победителям писать сюда» реклама pixeldale@yandex.ru. Вот на эту почту тебе надо прислать свой никнейм на YouTube, вот этот The Stone Martyr. Твой аккаунт у меня есть. Если что, мы вычислим, что он подлинный. Написать свое фамилию, имя, отчество полностью. Свой почтовый адрес с индексом. И кажется, все. Да, и кажется, все. Прямо сейчас пиши, тебе достается книга. Я здесь тоже сзади распишусь, где мой комментарий. И открытка с моим автографом. По почте я тебе все это высылаю. Я подписываю твой никнейм. Пишу. Книга. Поздравляю. Спасибо тебе огромное, что смотришь. Я все сохранил. Далее, второй розыгрыш, который мы проводим в честь того, что собралась под полоска в 20 тысяч рублей, это розыгрыш одновременно и книги, и открытки, и футболки на выбор. Точно так же, 2 минуты, я сбор начал. 20.08. Читаю донаты дальше. Вот это вы кладете себе в карман. Привет, обожаю твой канал. Самый крутой на тематику ретро игры консолей в принципе. Что думаешь о новом Switch? Новый экран — это, конечно, здорово, но производительность... Ну, это та же консоль, просто ее новая ревизия. Обычное дело для консолей Nintendo. Это... То, что напридумывали себе люди и ждали следующее это уже поколение, это, конечно, их проблемы, а не проблемы Nintendo. Поэтому все нормально, все как обычно. Коля был главным по контре. Вот это. Черт, начался контр-шейминг. Это вы кладете себе в карман. Спасибо за выпуск по контре. За последнее время пересмотрел все пассажи с твоего канала. Лютая годнота. Спасибо большое. Спасибо огромное. Это вы кладете себе в карман. Коля, удачного стрима. С радостью бы еще посидел с вами. Но нужно идти работать. Благодарю. Плохо. Супер Нинтендо. Правда, ты уже, наверное, ушел. Олд Монг, спасибо еще за косарь. А если тебе прислать свою игру на почту, ты бы мог ее глянуть. На стриме или у там меня, к сожалению, с отзывом, нет получилось? На это времени. Прости, пожалуйста, но таких предложений у меня просто каждую неделю. У меня, правда, некогда, у меня очень много своих дел. У меня три канала, я еле успеваю делать. Директору по ретро-геймингу, наставнику Кропа, все, что делаю. Главному человеку по серии Контра.
Спасибо. Водка. Спасибо, Бога. Ребята. Супер Нинтендо. Хорошо. Привет. Поздравляю с завершением серии роликов по Чантро. Видимо, осталось добить Мегамена с Каслой. Или чего-то новенького будем ждать. А можно и ждать новенького. И будем водка. Добивать Мегамена с Супер Каслой Нинтендо. И прочее, прочее, хорошо. Прочее. Так, спасибо, Денис. Привет с Кипра. Тут всего 38. Копеечка на борьбу с пришельцами. Жесть какая, у нас 31, и я подыхаю. С удовольствием. А эту игру, кстати, у меня реквестят. Спасибо. Хотя ты ж тоже со стрима. Так, разыгрываем одновременно книгу, открытку и футболку на выбор. Если вдруг вы сейчас победите, и вы не в курсе вообще, какая футболка, вам нужно будет посмотреть начало стрима этого и выбрать футболку, и принт и размер из доступных. Я все их показывал. Я думаю, если вы выиграете, вам будет не впадлу пересмотреть начало стрима. Значит так. Либо по почте спишемся. Я разыгрываю, ребята, и записываю никнейм. Номер 70. О, Алексей юбилей. Вакуленко, кажется. Номер 70. А может и нет. Стоп игра. Стоп игра. Вот победитель. Смотри. Поздравляю, Алексей. У нас победитель. Поздравляем, Алексей Вакуленко. Спасибо тебе огромное, что смотришь. Смотри, Алексей Вакуленко, слушай внимательно. Сейчас заходишь в секцию комментариев под видео. Не в чат, а в секцию комментариев. В обычную секцию комментариев, как под каждым видео. Под этим стримом. И пишешь, я победитель номер 2. Этим ты мне очень сильно упростишь задачу. Но самое главное, открой описание этого видео и на имейл, который указан в самом низу, победителям писать сюда, на этот имейл прямо сейчас скидывай свою фамилию, имя, отчество, свой никнейм Алексей. Вот я так и знал, что я ошибусь с Василием Вакуленко. Извини, пожалуйста. В голове это вертится. Короче, на имейл мне пишешь свой никнейм на Ютубе, Алексей Вакуленко. Пишешь свое фамилию, имя, отчество целиком для почты. Мало ли, это твой ненастоящий имя и так далее. Это не важно. И адрес целиком вместе с индексом. И ты получаешь... Вообще, главный приз вечера сегодняшнего. И футболку, и открытку, и книгу. Так, пишу. Книга. Футболка. Все. Книги кончились. Играем? Или читаем донаты? Комменты только на записи стрима есть. Они выключены, что ли? Ой, они выключены. Это я лоханулся, получается. Обычно же они есть. Все, я лоханулся. Господа победители, ничего страшного. Ничего страшного, победители. Извините, пожалуйста, это я отключил секцию комментариев. Точнее, я не включил ее, потому что я на этом канале стримлю раз в 2 года. Когда стрим закончится, и появится запись, под записью в комментариях напишите то же самое, что я просил. Запомните номер свой. И напишите потом комментарий. Мне будет вас гораздо проще найти. Я очень вас прошу. Ладно, давайте поиграем, а потом почитаем донаты. А у меня на стрим-канале вроде всегда доступна секция комментариев. Даже когда стрим еще не начался, там уже гадости пишут про меня обычно. Будь прокляты ваши эти гранаты. По поводу часто задаваемый вопрос, вот сейчас прочитал в комментариях, когда продолжение истории про Кастлу. Значит, ситуация такая.
у меня всегда на какой-то стадии все эти выпуски находятся. Но сказать, когда конкретно... А я возьму. Конкретно какой выпуск будет, очень тяжело и невозможно. И вдобавок еще и следующую тему выбирают подписчики на Patreon. Это для них такой бонус за поддержку. Что он не попадает лазером? Прикольно, я не знал, что можно между них стрелять прям. Между булочек прям. Вот. Поэтому спрашивать это не имеет никакого смысла. Но конкретно Костла сейчас находится на стадии покупки реквизита. А реквизит я не то чтобы прям покупаю в данный момент. Просто потому, что у меня тупо нет денег. Из-за ремонта, из-за переезда. Я переезжал сначала сюда на студию, чтобы делать дома ремонт и более эффективно работать. А потом переезжал жить на дачу, чтобы делать ремонт. И сейчас делаю ремонт, и я столько денег уже потратил, как обычно, когда делаешь ремонт, не ожидаешь, что уйдет в полтора раза больше, чем ты планировал. Вот, а для выпуска по Костле мне нужно купить Super Castlevania 4 для SNES, для следующего выпуска, и Castlevania Chronicles для PlayStation 1. Уж для Sharp 68 тысяч покупать не буду. А возьму. Уж во все тяжкие. Ах, говно какое, а за этим огнем не видно пульки. Вот, обе игры не очень дешевые. Может быть, после этого стрима я смогу их купить. Их же еще из Америки надо заказывать. Еще за доставку платить. Сейчас не взял красного. Да блин, попало. Ну какой-то кошмар. Какой-то стыд, просто ужас. И вот когда я, короче говоря, закуплю реквизита, тогда я смогу добавить в голосовалку на Патреоне этот выпуск и буду делать. Единственная игра, которая у меня есть для следующего выпуска, это... Да твою-то мать. Castlevania Bloodlines для Genesis. Ай-яй-яй-яй. Ладно, это должно быть легко. Все, это жопа. Не, нормально. Вылезаем из нее. Что-то прям не идет. Что-то прям не идет. Прям не идет, ребят. Кошмар какой. У меня контроллер уже мокрый. Понимаете? Castlevania Dracula X... что? Блин, такой комментарий выхватил. Это последний конт, насколько я понимаю. Неужели я не дойду до снежного поля? Но в принципе, время еще много. Сейчас я соберусь, я надеюсь, и все пройду. Тихо. Интересно, что я буду делать, если я сегодня не пройду эту игру? Как жить-то дальше? Как дальше зрителям в глаза-то смотреть? Konami-код нет, это не считается. Это не закроет мой гештальт, понимаешь? Блин, я реально не знал, что можно между ними стрелять. Бэшка? Здесь можно взять бэшку? Ой, отвлечь. Какая бессмыслица.
Эрка? Ну, это я знал. Смотри со стыдом. Эксперт по контрам. Игов. Я в контре 4 все челленджи выполнил. Вы когда-нибудь пробовали это сделать? Все будет нормально. Мне просто надо немного времени. Твою мать. Есть, успел. Блин, эфка. Зато можно лежать, по-моему, и не вставать. Или нельзя. Иногда уже путаешься, потому что подобные уровни, вот опять же, были в четвертой контре. Уже не помнишь, где какие тонкости. Ну, пожалуйста, не будьте такими жестокими. Блин, я в жопе. Есть, есть, есть. Нет, да. Все, пожалуйста. Ну, блин, а чего они... Чего вы так люто вылетаете? А нет такого факта, что... Я же о первой контре знаю меньше всего-то, по сути. Потому что я ее не проходил и нормального выпуска про нее не делал. А нет такого факта, что японская контра, например, сложнее американской, нет? А тут... Они же так не летят никогда. Я 100 раз на эмуляторе до сюда доходил. Но они не летят так люто. Или летят? Обычно есть время. Может, я опять с четверкой путаю. Там же были подобные красно-синие штучки. Одинаковы? Да, я в японку играю. Ну а чего они так летят-то? Или может я играл... Да нет. Вряд ли я играл на Денди с 50 FPS в замедленную. Ну они ж так не летят. Обычно успеваешь их убивать нормально. Одну убиваешь, вторую перепрыгиваешь. Одну убиваешь, вторую перепрыгиваешь. А тут я не успеваю вообще. Снежок пошел. Время читать донаты. Вот это. И попить воды, а то у меня уже все пересохло в горле. Это вы кладете себе в карман. Не могу смотреть на эти 7 рублей 70 копеек. Помню, как в детстве проходил первую контру и как руки дрожали. Ты закруглил, что давай, ли, этот? Пройди ее, донат бар. Вот спасибо. Это вы кладете себе в карман. Когда я ставила японскую версию Contra на NES Mini, единственная версия, которую... Но это, я так понимаю, хакнутая версия, которая идет после первого прохождения по кругу. Больше там же дальше. Солдат, пушки чаще стреляют. Это-то так возможно, работать не должна, у тебя это обычный что-то похожее. Японский ром. Вот это. Да, кстати, возможно, наигрался в современные игры, теперь Contra не могу осилить. Это... Но это работает, действительно, когда прости, часто... Прости, если было грубо. Решил пересмотреть то, как ты пересматриваешь Супонева, уже на 6 серии за 2 часа дня, точка, аркадный автомат, еще живой. А грибочек? Купил Джеки. Грибочек вот это на полочках. И аркадный автомат подарил подписчику это в Казахстане и отправил, потому что у меня не было сил ковырять его дальше. Спасибо, Андрюха! Уже не найду на Ютубе. Вот это. Уже все утекло. А Джеки, если это Джеки Чан Стантмастер, то я так коллекцию карма не купил. Денег пока жму. Фамилия, имя, отчество. Зюбенко Михаил Петрович. Кличка Мафиозник. Вот это. Окей. Спасибо. Это вы кладете себе в карман.
Ребят, с Ютуба не смогу читать сообщения, потому что из-за очереди они на Ютубе очень далеко уплывают наверх. Я просто не могу их поймать. Но вы знаете, это что вы, я вам очень благодарен за поддержку. Спасибо огромное. За автомат грустно. Но он уже последние годы у меня стоял, и я им не пользовался, понимаешь? Спасибо, ребят. Погнали. Snowfield. Где звук? А, я же начал играть. Без вас. Без вас начал играть. Хорошо, что у меня машинган. Вот здесь, кстати, тяжело увидеть эти пульки, которые... Я, когда нажал кнопку, я заранее понял, что я дебил. Пульки, которые в тебе летят из-за снега, очень тяжело считывать. Хорошо, что снег не везде идет. Возможно, он поэтому, кстати, и не везде идет. Да чего их так много-то, ребят? Их по 4 штуки спавнится. Может, ради интереса после этого запустить американскую, а? Ну, я все, я этот уровень уже не пройду. Я уверен. Вообще все идет не так. Надо брать S-ку или M-ку и спокойно идти проходить игру целиком. Если вот так вздыхать постоянно, это... Класс, класс, класс. Супер. Супер. Ой, как я не сдох. Вот сейчас будет трындец мне. В детстве с турбокнопкой, конечно, было попроще. Но я затыкал его. Почему так тяжело? Где мои патроны? Которые летят побыстрее. Эску и эмку дайте, пожалуйста, что-нибудь. Пожалуйста, пожалуйста, что-нибудь дайте полезное. Ауч. И мне лазер, да, подгоняете? Спасибо, спасибо. Так, и что сейчас будет? Вот это вот говно в небе. Да. А, черт. А, все очень плохо. Я старался. Но я проиграл. Жуть какая. Вот это. Это конец. Это game over. Давайте попробуем американскую. Просто, чтобы я убедился, что все в порядке. Для меня твои ролики как Дэнди, новая реальность для детей 90-х. Как, кстати, аркадный автомат в форме кофейного столика. Передумал его делать? Да, на данный момент передумал. Спасибо большое за поддержку. Это вы кладете себе в карман. Привет, Николай. Мне очень нравится твое творчество. И вдохновившись, я месяц потихоньку делаю видео по одной игре Нагба. Желаю приятно провести спасибо. Вечер тебе и зрителям. Удачи тебе в твоем начинании. Спасибо большое.
Так, ну, кажется, раздуплились донаты. Попробую больше не ставить на паузу. Слушайте, ну, я вот сейчас, я как дома. Может, меня отвлекают пальмы и снежинки? Но какая тогда у меня будет отмаза на 3D-уровне? А вдруг какой-то корявый ROM мне попался? Я же никогда в него и не играл нормально. Но я правда сейчас чувствую себя отлично. Я могу, как змея между пуль, маневрировать. Что-то было не так. Или это психосоматика. Я себе это выдумал. Ну правда, хорошо же. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Кривой хак. Ну, вроде как это должна была быть вся база игр. Без всякой фигни, без хаков. Это вы кладете себе в карму. Да здравствуй, донатная амнистия. Да. Спасибо большое. Это... Самолетик не прочитался, кстати. Да патроны. Это вы кладете себе в карму. На патрон. Спасибо. Как будто тут меньше врагов или кажется... Мне тоже кажется, что там было больше врагов. Как будто игра не с первого круга начинается, если вы понимаете, о чем я. Просто для тех, кто не знает, Контра игра закольцованная. Когда вы ее проходите, начинается следующий круг. И он усложнен. И она несколько раз, по-моему, даже усложняется. Может, один, а может, несколько. Не помню точно. Блин. И по всем канонам старых вот этих игр 80-х, конца 80-х, ты на взгляд даже особо не понимаешь, где она усложнилась. Вроде бы все так же, а играется вообще не так. И ты такой, что не так? Сейчас будет вообще кек, если я... Если так оно и есть. Ну, когда у тебя... Куколка, короче, какая-нибудь мощная. Не успел. Ладно. Две стыдных жизни потерял. Но это не беда. Это вы кладете себе в карму. И я, Коля, укреплю себя в истории этого стрима. Спасибо. Вот, да. Плохо. Вау, неизвестный. Хорошо. Дабл кил. Спасибо огромное. Блин. Кстати, запись этого стрима будет на стрим-канале, а не здесь. Но она какое-то время повисит здесь. Потому что мне надо, чтобы все победители вышли на связь. Кстати, победители, если вы еще здесь, и будущие победители, вы, главное, это, не паникуйте. Завтра выходные, я живу на даче практически без интернета. И связываться с вами буду в начале следующей недели. Так что вы это вообще без паники. Вы мне сейчас пишите на почту. Сразу. Я приду в понедельничек. Все будет нормально. Я всем отвечу, со всеми свяжусь. Всем по почте я отвечу, что я принял ваши данные, все в порядке, чтобы вы не нервничали. Так что не думайте. А на выходных у меня просто не будет возможности такой. У меня даже записать вас некуда. У меня ни компа нет на даче, ничего там. Только планшет, и будет дико неудобно. 40к собрали. С ума сойти. Спасибо вам, ребята, еще раз огромное. Спасибо. Сейчас будем разыгрывать в конце второго часа опять два розыгрыша. Ай-яй.
Но две жизни, конечно, обидно были потеряны. Ну что, давайте это... Я не знаю, ни на что не надеюсь, ни о чем вас не прошу. Ну давайте долбанем еще двадцаху. Соберем, еще разыграем. Без проблем вообще. Пусть будет. Вот это... Это вы кладете себе в карман. На игру, которой не будет на этом канале. На фесе. Хорошо, записал в реквесты. Девка нахрен не нужна. Элька нахрен не нужна. Главное взять эту бэшку. Ну вот, вы здесь выбегаете, да? Все. Бэшку, пожалуйста, можно? Погнали. Ну и хватит. Дальше по-нормальному пойдем. Вообще можно с нее допрыгнуть и до босса. Но это чревато. Иногда не получается у меня. А, не, можно было еще... Блин, вот до сюда спокойно идти. Хотя тут уже много пушек и... Опасно становится... Сейчас будет цирк, конечно. Будет. Вот это. Плохо все. Это я недоволен. Себе в я недоволен собой. Открываем марафон донатов. Спасибо большое. Спасибо. Я реально, ребят, не ожидал сегодня такой прям поддержки. Я думал. Я не думал. Вот что я скажу. Блин, если я сегодня не пройду, придется еще один стрим устраивать. Такой же, как этот, на этом же канале. Потому что все должно быть... Красиво закрыто должно быть все. Блин, как без эски-то тут тяжело жить. Нужно встать, чтобы тебя эта штука не задевала, но опять же, у меня жизнь последняя, блин. Фух. Вот это. Ой, вот это внезапно. Это вы кладете себе в карман. На King of the Monsters 2, the next thing. Какой-то супер внезапный реквест. Спасибо за поддержку. Блин, я лоханулся. Давайте уничтожать все по-красивому. Да блин, ну меня бы прилетело и убило эта фигня. Вот это... Это вы кладете все себе в карман. Чтобы 60к собрали сегодня. Это невозможно.
Но приятно, что вы допускаете, что это возможно. Блин, почему? Это же все очень просто всегда было. Блин, не попал. Хотел оружие. Я очень недоволен. Надо брать эску и проходить всю игру. Я почему-то вместо этого просто подыхаю и подыхаю. Я молчу. Мне стыдно, мне должно быть. Лазер. The Japanese version of Contra seems to be harder than UC version. I am not the first person to notice this. Видите? Видите? Как же быстро лазер их расписывает. Только за лазером пульки вообще не видно. Ну, красный ублюдок, а. Может, устроишь конкурс прохождения контры? Что за конкурс такой? Так. Вот солдатов очень тяжело убивать из лазера, особенно прыгающих красных уродов. А в остальном, конечно, это чудо какое-то, а не оружие на 3D уровнях. Так, сейчас надо приготовиться. Ну, конечно. Я не знаю, как без эски жить. Как тут жить без эски? Это вы кладете себе в карман. Привет из Казахстана. Кружка, которую ты мне продал, до сих пор жива, хоть рисунок истерся. Хех, закинь на билет до нас еще раз. Равно Д. Спасибо большое. Я бы рад хоть каждый год ездить, но не получится, к сожалению. Особенно сейчас тяжело в такой ситуации. Это речь про то, как я был в Казахстане на Алмаконе, и меня там пригласил один клуб с ретро-игровыми приставками, куда можно прийти и поиграть. И у них был свой стенд, и там продавались там всякие кружки, значки и прочее. И когда уже было посетителей не так много, я сидел, веселился, продавал людям мерч. Говорил, подходи, не скупись и так далее. Вот это. Вот об этом речь. Это вы кладете себе в карман. Вот это ножевые эмоции. Надеюсь, ты. Слушай, не я записывал 300, все твои. И эти 200 тоже. Абсолютно все твои штуки на Windows записывал сразу. И этот тоже сразу записал. Все, спасибо большое. А планирую ли я сходки? Сейчас, ребят, ничего не планирую. Такая ситуация ужасная. У нас сейчас в стране пик еще хуже, чем в прошлом году заболеваемости. Это, ну, это ж катастрофа. Это серьезная хрень, с которой нельзя не считаться, которой нельзя пренебрегать. Подождем, пока отпустит. Проблемы стали эти уровни. Да блин, почему эску не дать мне? Чтобы я прошел босса нормально.
Это вы кладете себе в карман. Сам в преддверии выхода 5 Метроида прохожу все оригинальные игры. Забористое дерьмо. Кстати, а где ссылка на твой Авито? Давно не видел ее, хотел бы посмотреть. Но она есть ли что-то на Sunshine. Под роликами, где соответствующие вот акции проходили. А сейчас только в социальных сетях, если я что-то продаю, я пишу на свою страницу ВК, в свой телеграм-канал. Привет, ссылки на все это удачного есть в описании. Подписывайтесь, стрима, не пропустите. Мужик. В данный момент ничего не продаю, сейчас ремонтом занимаюсь, времени нет. Ты по всем конторкам решил пройтись? Нет, я решил пройти первую впервые в жизни. Я никогда не проходил ее в одиночку. Спасибо большое за поддержку. Так, у нас проблема. Твою мать. Ну давай. Проведем этот эксперимент, сколько я с ним продержусь в этом уровне. Это вы кладете себе в карман. Привет, Коля. Спасибо за суперский последний обзор на Контру, но все эти новомодные дрочильни с внутриигровыми покупками полный мрак, даже запускать такое не хочется. На ДХПС 1.2. Спасибо большое, привет, Ваня. Да, к сожалению, это так, что-то в Канаме какая-то дичь сейчас происходит. Печальная. Ну как? Вот я не понимаю, серьезно, как тут без эски проходить это место? Они ж прям везде. Вот этот первый их забег. Дальше-то ладно еще. Так, ну вот он выплевывает их по две. Одну убиваешь, через другую прыгаешь. Все нормально. Вот, вот оно. А, нет, нифига. Нет, 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 нифига. Ай-яй. Блин, думал, прилетит подо мной. Прогресс лучше, но я, конечно, собой по-прежнему страшно недоволен. Вы думаете, я вас обманывал, что я не умею играть в эту игру? Вот конкретно в эту. Не знаю, ни таймингов, ничего. До снежной зоны, дальше затык. Надо просто не торопиться. И все будет хорошо. Понимать. Хочется как-то играть безопасно, знаете. Ай, я сейчас чуть на пулю не напрыгнул сам. Так. Ух, я дошел с машинганом до машинок.
больших и страшных. Прям по большому пальцу ноги чертят пульки. Контру полчаса проходить, дальше-то что делать на стриме? Я не умею проходить эту игру. Ты все пропустил. Я рассказывал о том, как я не умею проходить эту игру. И более того, ни разу не проходил целиком в одиночку, только вдвоем. На самом деле, большой путь был проделан после первого моего видоса, первого моего геймшелфа, когда я вообще в ретро-игры... Ну, из ретро-игр почти ничего тогда не проходил, в принципе. Давайте поднажмем. Понимаете? Коля, планируете с Сашкой Кропом что-нибудь вместе у тебя на канале снимать? На данный момент пока не планируем. У нас у обоих куча и собственных планов, и каких-то личных дел. Мы по-прежнему друзья, мы встречаемся, общаемся и отлично дружим. Но пока снимать вместе ничего не планируем. А? Зачем я так испугался? Как эту штуку побеждать? По-моему, как-то можно ее завалить прямо с первого появления. Я вот помню, что она быстро валится, но когда у тебя нет нормального оружия, и ты постоянно тыкаешь на стрельбу, начинается паника, и ты не понимаешь, когда он сдохнет. Так, Energy Zone. Вот прям плохо знаю Energy Zone, честно вам скажу. Прям вот. Ты чё, лежать умеешь стрелять? А это они в этом уровне только умеют? Ну, в смысле, до этого момента они умеют, а потом начинают уметь? Вау. Что за засада такая? Я не ожидал такого от них. Вы мне еще скажите, что оружие здесь не пропадает. Походу не пропадает. Капец. Чего? Подождите. Серьезно? Подождите, а вообще нельзя поверху, что ли? Вау! Я не помню. Вау! Вы знаете, сколько я не был в Energy Zone? Я здесь не был очень давно. Прикольно, прикольно. Узнаю что-то сейчас. Ну вот опять же, когда проходишь на эмуляторе с сейф-стейтами ради того, чтобы захватить какой-то кусочек, ты тоже такой удивляешься, но и забываешь сразу через 5 минут. А тут ты жертвуешь с тем, чтобы сначала проходить. Фига себе. Спасибо большое, Николай Маслаков, Дмитрий Корнов. Надо всем идти спасибо. По работе другой стрим смотреть, так что оставляю вас. Надеюсь, контру норм да пройдешь. Если этот донат прочитаешь, накинь по Эльзе еще на один ремейк. Слишком конечно. Давно были стримы по классике. Спасибо большое. Только нового.
Настолько длинная? Я думал, главное не затупить в этом месте с прыжками. Но она настолько длинная здесь? Что? Настолько все сложно? Две жизни потерять? Я чувствую себя младенцем на минном поле. Понимаете? А-а-а! Понимаете, я не обманывал вас. Оу! В моих воспоминаниях можно было взять эту штуку. Вау! Вау! Я не уверен, что я пройду сегодня эту игру. Жестко. Жестко, ребята. А там сверху можно? Там было сверху нельзя, а тут сверху можно? Вот это. Играешь как дно. Спасибо, спасибо. Это Сенсей 32. Себе в карман. Ох. Ух, это я удачно зашел. Классика. Еще и энергозонно. Успех в прохождении. У меня 3 часа ночи. Народ, поднажмите лайков, просмотров. Go в тренды. Спасибо за творчество. Жду продолжения Кослевании. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Так, ребят, я забыл победителям прошлом, точнее, прошлому второму победителю сказать, что нужно еще прислать желаемый принт и размер. Конечно же. Если ты еще здесь, второе письмо тоже напиши. С принтом и размером. Вот это. Ничего, не запутаемся. Все сделаем. Вы все у меня записаны. Это вы кладете себе в карман. Привет, итак. Коль. Смотрю, у тебя чуть меньше 10 лет. Познакомился с твоим каналом через программу Brickworm. Спасибо тебе за такое большое количество годного контента. Удачи всем твоим подписчикам по шаурме. Спасибо огромное. Итак, друзья, как обещал, 2 розыгрыша футболок на выбор. Если кто недавно подошел, разыгрываем футболки разные. У меня тут скопились размеры S, M и L. Есть эксклюзивная футболка на хлопке с Дюной. На хлопке их уже не купить. Огненная. 2 футболки сейчас будем разыгрывать. Значит, я начинаю сбор. Напоминаю, чтобы участвовать в розыгрыше, вам всего лишь нужно написать сейчас прямо любое сообщение в чат. Любое. Так, еще раз сбрасываю, еще раз начинаю сбор. Забыл сбросить. Любое сообщение в чат с этого момента. Одно напишите, несколько писать не надо, не спамьте. Вы уже в базе, если написали сообщение. 2 минуты даю, сейчас 20.59, 27.51, привожу розыгрыш. И сразу второй. Не буду второй раз собирать заявки, вы же все те же самые. И быстро раздаю инструкции победителям и играем дальше. У меня остается час. Ребят, если я сегодня не пройду эту контру, я буду в понедельник вечером в 19 часов на этом канале Russian Geek снова пытаться пройти эту контру. Мы просто продолжим этот стрим дальше со всеми розыгрышами и прочим, как по тем правилам, по которым он шел. Просто сегодня я не могу стримить после 22, потому что мне нужно ехать домой, а точнее на дачу, где я сейчас живу из-за ремонта. У меня куча дел, куча всяких планов и прочего. Я просто разрываюсь. Но если я пока не пройду эту контру первую, я отказываюсь вообще дальше существовать. Но на самом деле я не думал, что вас будет так много. Я не думал, что будет так много донатов. Спасибо вам огромное. Если бы не это, я бы уже, наверное, по 5-му кругу игру проходил. А сейчас только 2 круга осилил. Все-таки, мне кажется, японская контра сложнее. Потому что там выбегало по 4 чувака за раз.
но я постараюсь сегодня ее пройти. Я сейчас все силы буду в это прикладывать. Остался час. Итак, давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Все, кто хотел, уже написали. Задержка чата не такая большая. 2 минуты должно быть достаточно. Значит, сейчас я двух победителей вывожу на экран, записываю их ники и даю инструкции. Каждый получает футболку и открытку. Да, не забываем, что каждый получает открытку от меня, фирменную. Первый. Номер 70, юбилей. Номер 70. Стоп-игра. Стоп-игра, вот победитель. Поздравляем. У нас победитель. Я ваши аккаунты сохраняю. Они у меня лежат. Как-то читерить кому-то еще. Вот он, кстати, 16 бит. Это же даже мой старый стрим-зритель. А, как-то читерить и писать не победителям. Нет смысла, ребят. Не тратьте свое время. У меня все аккаунты записаны. Второй победитель. Номер 70. Юбилей. Владимир Володин. Номер 70. Стоп-игра! Стоп-игра! Итак, вот победитель! У нас победитель. Поздравляем, Владимир Володин. Информация только для победителей. Значит, 16 бит. Как только закончится этот стрим и появится запись этого стрима на этом канале, заходишь в комментарии и пишешь: «Я победитель номер 3». Это вы кладете себе, чтобы я быстрее... Колян, ты знаешь, увидел тебя, что китайцы лютые фанаты контры. Купили права на экранизацию года 4 назад, да еще голливудских. То, что они хотят загнать туда голливудских звезд, хотя, такой информации не было, я слежу. По крайней мере, я не видел. А так знаю, но мне кажется, что-то проект-то загнулся. А вообще, да, китайцы фанаты контры. А Владимир Володин, когда этот стрим закончится, заходит под этот стрим, в комментах пишет: «Я победитель номер 4». И оба вы, ребята... В описании этого стрима сейчас находите имейл в самом низу. Победители писать сюда, там написано, или что-то типа того. Имейл реклама собака Pixel Devil. Реклама Pixel Devil собака Yandex.ru. И пишите туда свой никнейм на Ютубе. 16 бит, Владимир Володин. Свое имя, фамилию, отчество полностью. Свой адрес с индексом. И желаемый принт футболки и размер. Из чего выбирать, если вы не смотрели, посмотрите в самом начале этого стрима. Я все их показал и рассказал все размеры. Вы получаете по футболке и по открытке с автографом. Открытку, кстати, можно получить на Патреоне или Бусти, если подпишетесь. И вообще, ребят, если хотите поддержать меня маленькой копеечкой, но каждый месяц, это будет гораздо полезнее, чем любые огромные донаты, потому что когда вас много на Патреоне или Бусти, можно спокойно не париться, что ты будешь с голой жопой в следующем месяце работать над видосами и радовать вас. Ну и там всякие плюшки, чат у нас в Телеграме, просмотр видосов заранее, до того, как их увидят все в общем доступе на основном канале. Попасть в титры можно и многое, многое другое. Спасибо вам, я продолжаю играть. Так. Так, так, так. Погнали. Розыгрыш происходит рандомайзером. Вы попадаете, все, кто пишет в чат в этот момент, в мою таблицу, и программа выбирает с рандомом победителя. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Привет. Бессмертие подобрать можно, если ты выбьешь его сверху, а потом спрыгнешь. И вначале можно перепрыгнуть вверху. Просто делать все быстрее, развести огонь и прыгать. Ну это, понимаешь, надо знать тактику, а даже я по твоим словам не могу понять, что конкретно нужно сделать. Про бессмертие понял. Это там, в этом... В Energy Zone. Пока, ребят, поиграю в американскую версию, мне кажется, японская реально сложнее.
Такое ощущение, что она со второго круга начинается. Я могу ошибаться. Я хотел пройти именно ее. Но, возможно, я... оставлю это на следующий свой челлендж. Я, конечно, ненавижу Грочева. Но ради эски. Ради эски можно и, так сказать, приобщиться. Приятному. Так. Короче, как вам идея? Я после каждого экстралайва устраивал особые стримы на канале Pixel Devil Stream, на своем стрим-канале на YouTube, на который большинство из вас не подписано. Туда обычно приходило человек 300, было тоже очень весело, но я так понимаю, что большинству людей здесь не очень интересен каждый мой стрим, а вот такие спешл стримы интересны. С такой прической тебе бы очень пошло играть в Тони Хоук, а вообще всех благ. Какой заход через прическу на Тони Хоука, да, Шуля? Мое уважение. Блин, спасибо большое, 16 бит. Я в шоке, что выиграл. Но я просто счастлив. Особенно буду рад твоему автографу. Повешу на стеночку. Хочу поздравить с тем, что ты так и закончил обзоры контры. Особенно зашел про Тычентра. Спасибо тебе большое, что смотришь, что поддерживаешь. Спасибо. Что я хотел сказать? Так вот. Наверное, все-таки я просто... Я посмотрел стрим Кропа. Ну, он тоже такие проводит. Я тоже, и я подумал, а ведь у Кропа же есть тоже отдельный канал, где он стримит. Но когда выходят мегагерцы, он стримит на основном канале. И он общается с той вот частью своих зрителей, которая не приходит каждую неделю на стримы, но которые с удовольствием приходят обсудить последний выпуск. Пообщаться, узнать, что нового. И так далее. И мне показалось, что это действительно классный способ... поговорить с вами, с теми, кто смотрит видосы, но не приходит на стримы. И я не буду хранить эти записи стримов на канале Russian Geek, так скажем, засорять его не хочется. Тем более, есть специальные каналы для этого. И записи таких стримов я буду просто перезаливать на свой стрим-канал, собственно. Это запарно, не люблю за этим заморачиваться, какие-то качать записи, куда-то перезаливать, но оно того стоит, я думаю. В данном случае экстралайвы выходят не так часто. Раз в два месяца можно и застрелить. Все, вижу ваш фидбэк. Взял Кропа идеи, плюсую. Вообще стримы не люблю. Все, как я не обсуждаю, на стрим шел. Вот, правильно ты со стримами придумал. Вот, отлично. Отлично, буду рад. И к тому же, не скрою абсолютно, донаты — дело хорошее, но дело не в них. Мне гораздо важнее... себе в карман. Иметь... Да, Коля, норм идеи спешл стримов на Russian Geek. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Донаты — дело хорошее и всегда приятное, но гораздо важнее лично для меня это иметь какую-то подушку безопасности, благодаря которой я могу содержать семью, могу знать, что в следующем месяце мне будет на что питаться и платить будущий кредит за ремонт. Надеюсь, что это не произойдет. Надеюсь, что это просто шутка. Периодически напоминать зрителям, что у меня есть Patreon, Boosty, потому что после таких стримов или роликов
Троп, красавчик. Ежегодных, вот которые это... у меня раньше были, обычно люди подписываются на Boosty Patreon. Это вы кладете. Попадают к нам в чат, мы общаемся. У нас, кстати, бывают Patreon-сходки, мы выпиваем пиво в барах. Ну, конечно, из-за пандемии все это застряло, и с этим проблемы, честно вам скажу. Уже в этом году еще не встречались. Кое скажи, Кроп красавчик. Кроп, конечно же, красавчик. Вот Кроп вообще ультра-ультра красавчик. Спасибо большое, хорошо. Чувил. Я очень зол, что не получил спасибо, футболку. Никита. Настолько зол, что решил в третий раз тебе задонатить. На тебе по жопе. Опять же, абсолютно не ради рекламы все это задумано. Эти футболки у меня просто лежали дома. Но если очень хочется футболки, жалко, нет хлопка сейчас, и, скорее всего, уже не будет. Но все эти футболки на сайте rgeekshop.ru с моими принтами лежат в качестве мерча уже несколько лет. Черт, я всрал. Спасибо, Никита. Вот это. Я, опять же, блин, так получается, как будто это я деньги выпрашиваю. Нет, я их не выпрашиваю, но и открытку, и футболку, и знаешь, книгу можно пойти купить в магазине, я с этого вообще ничего не получу. Это все общедоступные вещи. Поставил ром японский для красоты. Она и говорит тяжелее и врагов больше. Я верю твоей подруге. Я верю твоей подруге. Спасибо. Другие люди, может быть, как-то без зазрений совести постоянно рекламируют свой там мерч, патреон и прочее. Мне как-то уже не по себе, что я об этом постоянно говорю, но просто так совпало, что сегодня мы разыгрываем все эти вещи, которые как раз-таки на всех этих перечисленных площадках присутствуют, они доступны, они есть. Книга, кстати, уже вторая с моим комментарием. Мне очень приятно, что издательство Бомбора доверяет мне такие вещи периодически. Очень приятно. Первая книга была «Hey, Listen» от, кажется, британского автора. У меня очень плохая память на имена, даты и прочее. Я с этим живу и страдаю. «Hey, Listen» — очень интересная книга. Там коротко, ненавязчиво рассказана вся история игровая практически от начала и до «Зельда Ocarina of Time» примерно. Там тоже есть мой комментарий сзади, если увидите эту книжку. То есть с продажи мерча ты ничего не получаешь. Говорю честно, с продажи футболок я получаю четверть от цены. Открытка — это просто бонус за поддержку внушительную на Патреоне. Ну, 20 баксов там стоит. Можно поддержать на 20 баксов, потом, например... нас со следующего месяца остаться на 10 и остаться у нас там в Patreon-чате навсегда, грубо говоря. Ну, пока вы подписаны. Книги — это просто книги с моим отзывом. Они их продают издательству Бомбора, они никак ко мне не относятся, они просто предложили мне оставить его. Так что такие дела. Все, себя порекламировал в очередной раз. Продолжаем играть. Кстати, опять же, не байт на донаты, но вот сейчас, когда донатов мало, можете задать вопрос, и я смогу на него развернуто ответить наконец-то. Наконец-то настала та часть стрима, когда можно что-то рассказать. Из чата что-то выхватывать тяжело просто сейчас. Игра, сами видите, довольно-таки интенсивная. Ну, блин, бэшка. Ненавижу не брать бэшку. Я ни за что никогда не стану набивать жизни на булыжниках. Это не спортивно. Ну, не то чтобы никогда, но в это прохождение первое. Может быть, когда-нибудь и по приколу я так и сделаю. Я имею в виду. Но первое прохождение должно быть чистым. Как слезинка в
как слезинка Имперор Димон Гябы поутру в сочельник. Не спрашивайте, что я несу. Я достиг максимальной концентрации, и мой мозг отключился. Он просто что-то говорит. Так, должно сейчас все получиться. Вот это. Это вы кладете себе. Ответь развернуто на вопрос, в чем смысл жизни. Ну, ты прикалываешься. Но если серьезно, лично для меня смысл жизни в благополучии меня и моих близких. От жизни нужно вот получать это. Удовольствие. И чтобы твои близкие это люди, которые тебе дороги, тоже получали удовольствие. Когда ты создаешь такие условия, Колян, ты сколько лет, сколько становишься жизнь. Счастлив. Недавно в Беларуси произошло второе пришествие айтипедии. На приличную аудиторию про Нинтендо наговорили такое, что думается, есть повод для стрима Pixel Devil Bambit. Я завязал со стримами просмотра других блогеров. Слишком сильно мне потом после этого достается. Все начинают говорить, что я зазнавшийся, что я всем говорю, вот что делать. И я перестал. Спасибо, надо. Дима Биг. С ума сойти. Помидор развесь. Помидор развесьте, да. Олдфаги здесь. Спасибо, Дима Биг, за такую поддержку адски большую. Ответь развернуто, будешь ли делать ХД ремейк, то есть норм обзор, первый контр. Нет, первый контр не буду, все, вот контр это... возвращаться не хочу, пока не выйдет что-нибудь новое в серии. Это вы кладете а вот себе в карман. Про NES Famicom, про Mega Drive и про Nintendo 64 респект и про удачи. SNES я бы сделал ремейки выпусков в будущем. Спасибо большое, Андрей Матвеев. Всем спасибо. Тихо-тихо-тихо. Это вы кладете себе в карман. Купил за 1500 рублей кирпич консоль Xbox 360 Elite. А сейчас меняю корпус с кирпича на рабочую 306,1. Еще чистить ух. У меня есть занятие. Спасибо. Удачного стрима. Блин, это клево. Я люблю копаться с консольками, восстанавливать их. Правда, меня гораздо больше интересует... До пятого поколения включительно консольки. И то, как они внутри устроены. И то, как там их обслужить, сделать красиво, чтобы они работали долго и радовали тебя. Но любую технику ремонтировать все равно приятно. И приятно видеть результаты. Так, вот... У меня уже эска здесь, и я с ней живу. И это хороший это... знак, потому что обычно контра так и проходится. Либо ты берешь хорошее оружие это и долго с ним идешь, либо ты всасываешь одну жизнь за другой. Привет, одну Николай. Жизнь за другой. Купил новый телефон. Стрим 1080, полет нормальный. Еще не стримил хардкор с системой голосования? Нет, и как-то не собирался даже. У меня, кстати, сегодня знаешь, какая была... идея, я собирался сегодня, думал, ну чё, во-первых, я думал, ну, чуть-чуть вводных слов расскажу про то, как я буду розыгрыши проводить, и начну играть. Но первый контр, ну чё, ну скорее всего я её быстро пройду, ну чё там, и скорее всего потом мы поиграем в какую-нибудь другую контру, и, возможно, по выбору зрителей, например, голосование проведем. В своей голове я понимал, что, ну, 99%, что это будет контр-хардкорпс. Вот такое у меня было понимание стрима, и я реально думал, что вот сейчас я быстро пройду вот эту, и понесется. Да твою мать! Я сам себе враг, понимаете? Я взял Эльку. Ну, я пытался ее перепрыгнуть. Я высыпаюсь. Мне годами задают вопрос, почему ты не высыпаешься, почему у тебя синяки под глазами и прочее. Ребят, это просто... Я на самом деле даже на стримах, на стрим-канале устал отвечать на этот вопрос, но без шуток и кеков. Но у меня действительно вот такое расположение глаз, что ли, встроение черепа. У меня под разными углами синяки то есть, то нет. И как ты выставишь осветители...
Так они появляются и пропадают. Вот так, например, их почти вот нет. Это. Но видно, что это впадины. Они того же цвета. Ну вот такое это у меня табло, понимаете? Я высыпаюсь. У меня даже синяков особых нет под глазами. Но мне постоянно эти вопросы задают. Скептически относятся ко всей ретро-движухе, предпочитая китайские комбайны все в одном и эмуляторы. Как ты думаешь, будет ли меняться это отношение? Нет, я думаю, у тех, кто себе в голове просто вот это вот установки вот эти сделал, они уже не изменятся. Да и пускай. Люди делают то, что им нравится. Большинство людей больны не... Ну, в хорошем смысле. Больны не интересом к истории видеоигр, как я. Они больны ностальгией. И это испытывают все люди абсолютно на планете, вспоминая что-то из своей молодости и детства. Это не должно... Ну, не обязательно даже касается видеоигр. Музыка, какие-то устройства... Что угодно. Запахи. Шоколадки. В последнем видео ты как-то работал над синяками софтом. Да, на самом деле я же недавно перешел на монтаж в DaVinci Resolve с Sony Vegas. Да блин. Вот, и я даже оплатил лицензионную версию, все как полагается. И там в лицензионной версии очень вот интересный это. Есть инструмент для работы с лицом, в том числе функции убирания это синяков. И я ей воспользовался и вообще привет. Там улучшил себе фильтр ли лица. 20 уложиться при покупке не с парой картриджей? Упаковка не важна, лишь бы в рабочем состоянии. Слушай, ну конечно в 20 тысяч можно вложиться. NES не так дорого стоит. Ты что? Конечно можно. Само собой, это не такая дорогая консоль. Спасибо. На eBay вперед смотреть лоты, кто отправляет в Россию. Вот, и я показывал на Патреоне ребятам скриншоты. Я уже давно монтирую в DaVinci. Пару месяцев. Может полтора. Я уже успел набить руку и уже пользуюсь этим плагином давно. Но оказия случилась именно на экстралайве. Я смонтировал выпуск, все, ну там, у меня везде это. Фильтры. Я давно уже полупрофессионально монтирую, ну и по профессии монтировал, и деньги давно этим зарабатывал. Не был. Со времен шоу на минималках. Что произошло, сейчас расскажу. Я частенько покупаю игры на консоли ПК, но не играю в них. Нормально ли это? Обычно это физически... Это абсолютно нормально, это у нас у всех так. Я в больше половины из своих игр не играл, просто потому что я их собираю, а времени столько нет. Просто потому что у меня их много. И мне нравится, что у меня их много. Зато всегда есть во что поиграть. Так вот, какая оказия случилась, быстро рассказываю. Я, сгладил себе немножко лицо, ну, просто потыкал фильтр, думаю, о, прикольно выглядит, красиво, как будто у меня даже камера более дорогая. Кстати, хотел бы в конце года себе камеру поменять на фотик, чтобы все было качественно и красиво, как у кропа сейчас. Вот, и все получилось отлично, все получилось замечательно, но ролик... который я отсматривал, финальный, я отсматривал на компе, в битрейте, которым сжал DaVinci. А я его залил на YouTube. YouTube пожал, и он мне сжал лицо, как будто я бьюти-фильтр выкрутил на максимум. Он взял мне цвет лица и выровнял его. И я это заметил после публикации в общий доступ, когда еще, кстати, у меня на iPad и на телефоне выглядит более-менее норм. Ну да, видно, что YouTube пожал. Но когда я посмотрел на телеке на даче с плохим интернетом, там 480p, потом я перевел в 720p, я смотрю, у меня лицо ровное, как у дебила. Я такой, что? И люди так это видят? И я на выходных это смотрел, по-моему, в пятницу вышел тогда Extra Life, на выходных вечером посмотрел, пришел в понедельник в офис и сравнил на Ютубе картинку и в файле на моем компе. И у меня на Ютубе лицо сглаженное, я такой, что?
Короче, YouTube мне подсунул жопу. Я теперь буду просто знать, что этим плагином надо пользоваться аккуратнее, что YouTube может сгладить еще сильнее. Это вы кладете себе в карман. Давно не видел твой игровой автомат. Что с ним? Работает. А я уже сегодня рассказывал, много раз рассказывал на своем стрим-канале. Игровой автомат у меня ломался трижды. И когда он сломался третий раз, мне надоело его чинить, и он у меня года полтора-два стоял. Я его просто не ремонтировал, ну, потому что я устал от этого. Он ломается и ломается. И в какой-то момент он превратился просто в элемент мебели. Для многих это печально, я понимаю, но на тот момент я в него уже и наигрался. Я поиграл во все, что хотел. Я знал, что у меня рано или поздно случится переезд, я буду делать ремонт. А весит он килограмм 40, типа, не знаю, примерно. И в какой-то момент я решил, что я лучше отдам его человеку, который будет знать, что с ним делать, будет использовать его по назначению и по возможности сможет предоставить его поиграть кому-то еще. И такой человек нашелся. Я познакомился с ним в Казахстане, и он у меня на Патреоне подписан. Он со мной, с нами в одном Патреон-чате. И он сказал, если ты не против, я бы хотел забрать его себе. И он оплатил его доставку из России в Казахстан с деком. И этот человек занимается как раз-таки тем, что на конвентах в Казахстане он возит свои аркадные автоматы, которые он делал по вдохновению, так скажем, после моих роликов. И мне это было очень приятно. И он забрал мой автомат с удовольствием. Он его подреставрировал, поменял, отремонтировал, ну, поменял начинку. И, к сожалению, опять же, случился коронавирус. И он стоит у него сейчас, конечно, никто в него не играет, никаких посетителей конвентов больше не существует, но сейчас он находится у него, я ему его подарил навсегда, все, у меня больше его нет, у меня остались аркадные контроллеры, я могу также на эмуляторах, как на этом автомате, что-то запускать, играть на аркадном контроллере в игры. Но этот ящик, этот огромный тяжелый гроб, который я тоже очень любил, но он мне просто больше не нужен. Сорян, если кого-то разочаровываю этим. Но, блин, я когда его делал, я понимал, что ну, я не смогу его хранить вечность. Я его поднять один не мог, понимаете? Я несколько раз просил жену, Валю, помочь мне его просто поднять, и чтобы я смог, ну, точнее, спустить его, чтобы я смог его открыть и отремонтировать, потому что я по габаритам и тяжести просто я бы с ним упал вместе. Это прям махина. Уоп! Добро пожаловать в Кунио Братство! Спасибо за спонсорскую подписку. Спонсорская подписка, кстати, это вот зеленые ники снизу. Добро пожаловать в Кунио Братство. Где ждешь? Почему снизу-то я сказал? Просто зеленые ники в чате. Не, ребят, чё-то не то с японской версией, я вам клянусь. Она сложнее. Я вот когда к этому боссу пришел, я окончательно понял, что не только в кривизне моих рук, которые, несомненно, присутствует дело, но и что-то с этой игрой не так. Я вот сейчас играю, и все как обычно, все нормально, все привычно. Я множество раз был у этого босса. Но когда я пришел в японской контре, и это подтвердило, что и в остальных моментах все было как-то жестко. Так что пока прохождение фамикомовской контры у меня откладывается на потом, я обязательно это сделаю. Но сначала надо пройти несовскую тогда. Так, что еще? Напоминаю, что в конце третьего часа у нас будет уже пятый розыгрыш. Не думаю, что мы доберем на шестой. Но 5 розыгрышей, это прям очень хорошо. 4 футболки, книга, 2 книги, куча открыток. Спасибо, что поддерживаете. Вы крутые. Сраный ублюдок. Вот это сейчас было очень плохо.
Брать севку, не брать. Да не, эфка говно. Все, я в дерьме. Мы в дерьме. Блин, сейчас надо будет турбопалец врубать. Вот это я спрятался, конечно, во вражике. Блин, ну тут с боссом у меня опять сейчас проблема возникнет. Колю видно сразу, весь на нервах захудел заметно. Да нет, я просто постригся. Я стригусь редко, где-то раз в 4 месяца. Сразу коротко, чтобы долго в парикмахерскую не ходить. И я сразу становлюсь худым, как только стригусь. Серьезно. Это прям все замечают. Не, я турбо на Джои включать не буду, хоть там есть такая функция официально. Это тоже принцип. Хочу пройти игру так, как она задумывалась, потому что на Фамикоме без доп. Приспособлений никаких турбо нет. Ну и на Нессе, соответственно. Всегда стараюсь проходить игры так, как их задумывали разработчики. И вот как в детстве доходил до снежной зоны, так и сейчас дохожу. Капец. Никакого прогресса. О, он легкий. Правда, я чуть не сдох сначала. Первой его фазе появления. Да, у меня турбо-джойстик, но я не хочу им пользоваться, понимаешь? Да черт возьми, я после выпуска про Contra Shattered Soldier я сел и прошел на харде, ну вот, когда там открывается самый последний босс, не на S-ранге, конечно, но я прошел всю игру на стриме. Чё, я какую-то контру на NES не пройду? Просто та-то была натренирована, конечно, на тот момент. А сейчас это не натренировано совершенно. Так не прыгайте снизу, пожалуйста. Блин, мужики, вы такие все опасные. Я не допрыгнул, я понял, да. Там же еще зона после... После Energy. Как она называется? С вагонетками-то как она называется? Так. Сейчас будет некоторая акробатика. Да. Вот это была некоторая акробатика. Наказали. Помню, как открыл для себя твой канал в 11 лет. Через 2 недели мне 19. Круто! Спасибо тебе. Спасибо за поддержку. В
Laser Zone. А, это вот этот лейзер, а следующая Energy, да? Чёрт! Какая засадная штука. Так, сейчас будет... Кто? Мужик огромный. Прыгающий огромный мужик. Да. А как его... А, через него перепрыгнуть, наверное, можно. Я все забыл. Я растеряюсь. Это Energy, следующий ангар. А потом... Alien Lair. Блин, ладно, у меня все в голове спуталось, сорян, я уже ничего не понимаю. Я уже не человек. О! Так. Тихо. Ну, я начинаю познавать дзен. Но я прям этот уровень не знал, как и следующие два. Поэтому, скорее всего, сегодня чудо не произойдет. Водка. Плохо. Вау. Спасибо большое, жмыш. Ответь на такой вопрос. Как найти девятую стабильную гомотопическую группу сфер, используя только спектралку сера, спички и скелет корюшки, на Лару Крофт и Ангелы Тьмы? Серьезный вопрос требует серьезного подхода. Смотри. Берешь скелет корюшки и спички. Затем... Тебе понадобится еще кусок черствого белого хлеба без корочки. И тебе нужно расположить их таким образом, чтобы на север смотрела часть со скелетом корюшки, все остальное было заполнено спичками. И вот в этот момент ты схлопываешь это вместе со спектралкой сера и ждешь 19 минут 12 секунд. В этот момент девятая стабильная гомотопическая группа сфер появляется где-то во второй трети данного бутерброда. Ты ее хватаешь и в карман. Все, спасибо большое. Надеюсь, мой совет тебе поможет. На Лару Крофт. На Лару Крофт. Я так кумы сделал, написано в чате. Так, подарки остались, сейчас будем разыгрывать скоро уже. Чпоньк. Это. Спасибо. Это вы кладете себе в карман. Давно смотрю тебя. Спасибо за чувства из детства. Подача и отношение к комьюнити супер. Очень радует, как трепетно ты относишься к съемкам своих видосов. Спасибо большое. Для меня это действительно очень важно. И я... Ой, простите, чуть не задохнулся и не умер. Я всегда хотел что-то делать для людей. И что-то интересное, и чем-то делиться. И очень здорово, что появился интернет и видеоблогинг, пока я взрослел. И очень здорово, что я нашел себя в этом. Я очень рад, что вам это нравится, а не, я не сумасшедший, не делаю какую-то чушь, которая никому не интересна. Как на самом деле некоторые люди и считают.
Ну, я про этих скучных людей с семьей, работой, которые не понимают, чем мы здесь занимаемся. И это не значит, что все из вас, у кого семья, работа скучные, а то я знаю, что вы сейчас подумаете. Нет, это значит, что таких людей много. Я пытался. Но ее главное активировать, это уже полдела, кстати. Так, прыгающий, огромный прыгающий. Я научился проходить эту зону. Главное, к понедельнику теперь не забыть, потому что я уже чувствую сегодня шансов нет. Блин, он... Это вот как можно было придумать такого дерьмового вообще босса в игре? Его ж, по-моему, только для этой версии придумали. Или нет? А, хотя там аркадная это... не лучше. Такой дерьмовый босс. Просто огромный какой-то дебильный мужик. Ангар. Ангар. Я не знаю, чего ждать. Они не ломаются, да? Они не ломаются. Как в Country Force, например. Они не ломаются. Я много раз видел, как проходит эту игру Паша с Колей Кулхардом. И многие другие люди. Сколько уж раз я на Ютубе... качал чужие прохождения или проходил сам на эмуляторе с сейвами для выпуска, чтобы что-то захватить, но я без понятия, какие здесь тактики, потому что я не проходил этот уровень это... честно никогда в жизни. Это вы кладете себе в карман. Если отринуть ретро игры, то что тогда? Чем бы занимался вместо этого? Я думаю, я все равно бы видео снимал. Я всегда говорю, и я так искренне считаю, на самом деле в этом уже тяжело разобраться, это все так глубоко внутри меня, это стало работой, стало призванием, но я все равно по-прежнему считаю, что снимать видео для меня важнее, чем ретро-игры. Я просто снимаю видео о том, что мне нравится, а нравится мне могло бы что-то другое. И когда мне нравилось... Ну, и раньше... Не так. И раньше я снимал видео не только... об играх, но и о других вещах, которые мне нравились. Про всякие коллекционные штуки, фигурки, лего, про комиксы и прочее. Но потом я сосредоточился на играх, потому что понял, что... Да я много чего понял. Во-первых, людям так проще, зрителям. Во-вторых, ну, наверное, мне это интереснее. И я увидел в этом глубину, я понял, что если сосредоточиться на игровой истории, то можно сделать очень крутые вещи. Поэтому я на этом сосредоточился. Блоги я забросил, потому что мне больше нечего стало рассказать в формате блогов. Только в очередной раз сходить на какую-то презентацию и делать все одно и то же про новые разные ивенты и все. Долетел.
Сам офигел. Забавно, что вы помните и просите многие из вас те форматы, причем на полном серьезе, а не в шутку, которые закрыты уже более 5 лет. Ну, то, что закрыто 5 лет, ребят, оно уже не вернется. По крайней мере, просто так. Должно что-то прям произойти, что-то прям случиться. Что-то очень серьезное. Началась пляска безумная. Слушайте, ну я, возможно, до Элин Неста дойду. А тут же босс вроде легкий, там что-то как в воротах какое-то говно торчит. Слушайте, ну эта зона легче. Energy Zone сложнее. А, там надо вот эту расчекрыжить. Нихрена ты запускаешь. Оуч. Ладно, но я помню, тут босс-то легкий. Только я не знаю теперь, как его убивать. Мне нужна тактика. У меня есть конт. Но этот уровень легкий. Либо мне повезло с первого раза, и сейчас я буду просасывать. Ну вот, началось. Я так хотел взять эту буковку. Какую, даже не знаю, но хотел. Пошли вы в очко. Это... Уровень только начался, я 2 раза сдох. Я его только что отлично прошел. Это вы кладете себе в карму. Тут придется менять систему охлаждения с донора, материнскую плату с оригинала, прижимную железку с донора, а сам ящик ставить каким был. Привод и корпус, донорские. Эвана как? Фига себе. Я, кстати, слышал, ну, речь же про Xbox 360, насколько я помню. Я слышал, что у них часто сидюки залочены на определенные модели, и от разных моделей сидюки не подходят друг другу. Чисто потому, что разработчики так решили. Решил на сдачу с телефона достучаться. Спасибо. Нам в городе поставили 2 автомата танк-танк-танк. Едва уговорил девушку сыграть со мной, затем удивил своими познаниями об этой игре. Спасибо, Николай, Д. Совет вам, да любовь. Спасибо большое. Понимаю, тяжело достучаться, вас много, я один. Опять же, не байт, но с другой стороны, 50 рублей все-таки очень скромная сумма. Я специально не ставлю каких-то крупных цифр, как делают многие блогеры. Зато это позволяет хоть как-то держать диалог со зрителями, иначе я бы просто взорвался. Оп, S. А вот с S-кой можно уже и это самое. И босс пройти, кстати. Жалко, у меня 0 жизни осталось. Вынок. Ой, фак, вот это очень подлый чувачок. Наверное, же тут для этого и стоит, правильно. Джессу. Вот это. Это вы кладете. Да пошел ты в очко, урод. Вопрос от дочери 2,5 года. Почему дядя бегает и стреляет, и лежит? Потому что дядя играет в стрелялку и хочет победить инопланетян. Дочке привет. Не выругался при детях.
Конечно, нюансики всегда остаются, когда игру знаешь не вдоль и поперек, а лишь кое-как научился проходить уровень очередной. Как было бы эпично сейчас с последнего конта затащить игру до самого конца, да? И все, никаких больше других стримов, розыгрышей и прочего. Взял эску, беги к двери в упор. Блин. Это была, знаете, что это было? Это была супер криворукость. Короче, надо бежать к двери и стрелять эской по диагонали в дырку двери. Фак! Ладно, друзья. Блин, я серьезно, я не ожидал, что я не пройду сегодня первую контру. Это провал. Это провал. Мне на самом деле абсолютно не стыдно, потому что я знал... Вы не знали, что я не умею проходить эту игру. А я знал. Я могу проходить, умею проходить очень многие контры, но не первую. Сегодня я, к сожалению, не имею возможности стримить дольше, чем до 10. Поэтому, как и договаривались, блин, в следующий понедельник вместо обычного стрима на стрим-канале здесь на Russian Geek'е будет второй стрим прохождения первой контры. Потому что... Я начинаю нецензурно выражаться, ругаться матом на мою консоль, а ей знаешь ли... Неприятно. Конечно, консоль тоже человек. Мы просто берем и продолжаем этот стрим. Вот с этой полоской, с розыгрышами, продолжающимися, если собираем полоску, разыгрываем футболку. Это будет следующий понедельник, а сейчас еще 7 минут. Я как раз пообщаюсь с вами за эти 7 минут. Я не специально слился, я не дочитал коммент в чате, и я начал искать его взглядом, не отпустив кнопку вперед. И в этот момент я такой понял, я же сейчас сдохну. Я поворачиваюсь на экран и вижу, как я дохну. Я не специально его слил. Это все стрим. Он меня отвлек. Вот, а сейчас мы разыгрываем, как я обещал, в конце третьего часа. Что? Футболку на выбор из оставшихся. Кстати, я буду по имейлу с вами связываться в том же порядке, в котором были розыгрыши. И если вдруг не осталось... футболки вашего размера, как принта, который вам понравился, то я буду вам предлагать другие варианты какие-то. А четвертую контру на харде нет, не проходил, Володь. Не проходил. Все челленджи прошел, на нормале прошел, на харде нет. Там же на нормале весь, ну, сюжет открывается, по сути. Итак, я начал сбор. Чтобы поучаствовать в розыгрыше может поучаствовать каждый. Футболка и открытка с автографом. Футболка на выбор, три принта. Один из них мой любимый с Дюной. Водка. Уап. Плохо. Спасибо, Дима Би. Хорошо. Кайфовая. Ничего страшного. Меня в Дучкун тутка убивает до сих пор. Но это слишком. Утка там не может убить. Спасибо большое. Короче, чтобы поучаствовать в розыгрыше, пишите любой комментарий в чат прямо сейчас на Ютубе. Один раз. Смысла спамить нет. Просто один комментарий, и вы участвуете. Вы уже у меня в базе. Вот уже 110 участников, 112 в базе. Просто напишите один комментарий, не спамьте. И мы сейчас рандомом программа выберет победителя. Ребят, спасибо вам огромное за ту поддержку, которую вы оказываете. Я обычно целый год работаю. В какой-то момент появляются какие-то депрессии, проблемы. Финансовые они или какие-то психологические, как у каждого креатора, какого-то творческого человека. Они так или иначе настигают.
Но каждый год, когда я выпускаю какое-то отчетное видео, где рассказываю, что было сделано за год, или провожу какой-то подобный стрим под Новый год, или вот как сейчас, по какому-то поводу, получаешь такое огромное количество теплоты и поддержки, что ты понимаешь, ради чего ты все это делаешь, и это самое главное, это самое крутое. Лишь бы хватало на кусок хлеба и хватало... ну и то, что ты делаешь, было бы кому-нибудь нужно. Спасибо вам огромное, очень приятно всегда с вами пообщаться. Если в понедельник не сможете, точнее, если сможете, приходите, продолжим этот челлендж. Я добью эту контру. И когда закончится вся эта эпопея, я удалю эти стримы с этого канала и перезалью их на стрим-канал. Пускай пока повисит. Со всеми победителями, напоминаю, буду связываться в понедельник по мере возможности. Я еще снимаю ролики для своего второго канала Pixel Devil Life. Сейчас как раз они монтируются. В понедельник мне нужно будет еще кучу работы делать. В общем, все как-то вот по порядочку. Не паникуйте, если вы выиграли. Все, друзья, я разыгрываю. Номер 70. Иван Дейн. Номер 70. Стоп игра. Стоп игра. Вот победитель. Футболка. Это у нас Иван, победитель. Еще раз напоминаю, Иван, это вы кладете себе в карман. Я обязательно ваши комментарии потом в записи почитаю, потому что их много, и мне правда очень интересно, что вы писали все эти три часа. Коль, успехов и сил тебе пережить ремонт и параллельно работа. Спасибо, Андрюх. Спасибо. Спасибо. Тяжелый период, правда, с самого начала года. Очень тяжелый. Но ладно, не будем ныть. Значит, Иван Дейн, пока ты не ушел, смотри, поздравляю тебя. Ты можешь выбрать футболку, одну из трех, один из трех принтов и те размеры, которые у меня есть на руках. Для того, если тебя не было в начале стрима, потом сейчас вот он завершится, включи запись и посмотри в начале стрима, какие есть принты и какие есть размеры. Ну, размеры S, M и L. Вот. И выбери, что тебе нравится. Затем под записью этого стрима появится... комментарии, как под обычным видео. Напиши там, пожалуйста, фразу. Я тебя очень прошу. Я победитель номер 5. Ты это пятый розыгрыш за сегодня. Так мне будет проще и быстрее найти твой аккаунт. Ты просто сэкономишь мне время, и я буду тебе за это очень благодарен. В любом случае, твой аккаунт у меня записан. Запись есть, аватар твой есть, все есть, ссылка есть. Но так просто будет очень удобно. И что самое главное, чтобы мы с тобой нашлись, в описании к этому стриму есть почтовый ящик, email, реклама pixeldevil@yandex.ru. В описании скопируй его и напиши туда письмо, где ты укажешь свое имя, Иван Дейн. Водка, плохо. Спасибо огромное. Сейчас еще разыграем. Ну давай уж добьем. Сумасшедший. Спасибо большое, Old Monk. Так, Иван, концентрируемся. На e-mail нужно написать следующее. Это обязательно. Напиши свой ник на YouTube, соответственно, Иван Дейн, свое фамилию, имя, отчество для почтовой отправки, свой адрес с индексом и принт и размер, который ты выбрал. Все. А самое главное просто написать мне письмо. Так мы сможем связаться. Вау! Неймар Тел. Фак, вы что творите? Нудификайструм. Я никогда не запомню, как считать твой ник. И Old Monk, вы разнесли вообще всю историю. Жесть какая. Спасибо, ребят. Я не знаю, я достоин меньшего. Спасибо большое. 10к на Immortal. Immortal на первом месте в реквестах следующего. Мы сейчас на стримах проходим Джеки Чан Стантмастер для PlayStation 1. На стримах, кстати, играем на консолях, на живых. Прям все кайфово. Заходите, подписывайтесь. И вот когда пройдем, будем играть в Immortal теперь, потому что теперь он на первом месте по реквестам. Жестко! Я, собственно, все это время продолжался сбор заявок. Так что все имена актуальные в списке. Из-за того, что мы набрали полоску в 60к, я разыгрываю еще одну открытку с автографом. Всего будет 6 подарков сегодня. И еще одну футболку на выбор.
Погнали. Та же самая схема. Вы все уже в списке. Я его не сбрасывал в этот раз. Номер 70, юбилей. Номер 70. Дэн. Стоп игра. Стоп игра. Вот победитель. У нас победитель. Поздравляем, день Тулала. Поздравляю. Ребят, можно было не спамить в чат, я же сказал, вы все уже в списках, все, кто участвовал. Дэн, та же схема. Сейчас заканчивается стрим. Смотришь в начале стрима, если не смотрел, какие есть принты и размеры. Пишешь в комментариях под стримом, не в чате, не здесь. В комментариях, они появятся сейчас в записи, как только я закончу стрим. Пишешь, я победитель номер 6. 6, запиши себе, а то, может быть, ты сейчас очень волнуешься и переживаешь. Я победитель номер 6. Затем открываешь описание стрима и на имейл, который внизу указан, реклама pixeldevils@yandex.ru, пишешь письмо, в котором указываешь свой ник, Дэн Талала, свой фамилия, имя, отчество целиком, свой адрес с индексом, и принт, который ты выбрал вместе с размером, и я тебе отправляю все это. Спасибо вам, ребята. Сколько осталось? Ну, у меня очень ограничено будет по размерам после этих 6 розыгрышей. Но у меня осталось... Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это я грубо... Нет, 5. 5 футболок мы сегодня разыграли. И одну просто книгу. 1, 2, 3, 4, 5. У меня остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня еще 11 футболок остается, но будет тяжело. Просто было здорово, что у меня много футболок и много размеров. А сейчас их будет ограниченное количество, и шанс, что каждый победитель получит то, что он хочет, он уменьшается. Но все-таки 11 футболок — это еще много. К началу следующего стрима, понедельник, возможно, будет понятно, что осталось, и, может быть, еще что-то разыграем. Посмотрим, как получится. Спасибо большое. Мы все тебя любим. Держись. Спасибо огромное. Я буду перечитывать ваши комментарии. Вы классные. Спасибо, что вы есть. Всем пока. Я погнал домой на дачу решать вопросики, делать дела. В выходные тоже куча планов. Сейчас постоянные разъезды в связи с ремонтом. Выбор всяких материалов. Какие-то решения проблем. Чего только не происходит. Все. Всем удачи. Всем добра. И хороших вам выходных. Увидимся в следующий понедельник на стриме. И на следующей неделе на лайв-канале будут ролики, я думаю, целых 2 штуки. Всем пока, увидимся, удачи!